Добрый вечер, дамы и господа, мы начинаем завтра каст номер 6. Сплющенный. Да ну вот что так прям. Ну а что такое? Ведущие Тимур Сейфельм Мэшма. Ну пожалуйста. Сейфельм Люков, окей. Максим Заряш Мэшма. Эш Пошмак. Окей. И Дмитрий Замбашма. И начальника, и начальника. А, и сегодня у нас... Давайте сделаем узбекский подкаст. Узбекский, это с чем? Это не с эчпочмаками? С пловом. С пловом, да. Пловкаст. У нас в этот раз, кстати, есть гость, но мы про него не скажем, пока не будет самого гостя. Про гостя расскажет Тимур в разделе для гостя. Спецраздел. Кстати говоря, очень большое вам спасибо. Я понимаю, что в начале подкаста это довольно странно слушать, но тем не менее. Большое спасибо вам за то, что ставите нам огромное количество плюсов и райков, да, на iTunes. Мы попали в какие только возможно топы. Мы это говорим каждый выпуск подряд, но мы все равно каждый раз просто охуеваем от того, куда мы попадаем. А многих, кстати, это бесит. У нас, например, вот из конкурирующих подкастов люди периодически нам пишут. Например, мне в Фейсбуке вот там Сережа Епихин написал, что хули вы там каждый выпуск говорите о том, что вы куда-то попали. Ну и что, что вы попали? Мы типа тоже попадали. Я говорю, ну вы же молодцы. Пацаны, мы попали, понимаете? Я же говорю, что ну ваш бердикаст, он же крутой. Вы же молодцы, вы же попали. Аж полгода держались там во всяких фичерах и везде. Держались. А теперь дайте молодым дорогу. Молодым дорогу. Тем более, что у нас немножко разные категории, и в принципе мы читаем все ваши посты, которые вы пишете нам в iTunes, и читаем всю почту, которую вы пишете нам на завтракаст@gmail.com. Кстати говоря, задавайте ваши вопросы и пишите ваши ответы. И очень много людей пишут нам о том, что... О чем они нам пишут? О том, что игражура у нас мало. Да. Так вот, у нас мало игражуры, поэтому сейчас наш новый ведущий Вася Пиздюков презентует вам обзор новых скинов для Dota. И не забывайте о том, что на Android и iOS в этом году, буквально в ближайшие пару недель, выходит игра года Петьки Василий Иванович ремастер. Ну, кстати, раз уж мы начали такую историю, связанную с вопросами, то мы хотели ввести такую как бы мини-рубрику, связанную с тем, что мы будем отвечать на вопросы, которые вы нам присылаете. Мы отобрали топ-3 таких самых интересных, наверное, вопросов, которые вот... Самых идиотских. Частных. Интересных. Ну, например, один из вопросов был связан с музыкой, о том, что, ой, давайте выложите там трек-листы и прочее. Чуваки, давайте скажем раз и навсегда. У нас есть сайт завтракаст.ком, который привязан к нашему аккаунту в Медиуме. И на первых трех наших выпусках и постах, соответственно, связанных с ними, там есть трек-листы. Я знаю, что вы туда не заглядываете, я знаю, что вы даже не знаете о существовании этого сайта, но вы потрудитесь, зайдите, посмотрите, и там есть трек-листы со всей музыкой. И плюс мы добавим на выходных еще и музыку с 4-го, 5-го и вот этого выпуска, который сейчас мы записываем, 6-й. Со второй самый распространенный вопрос. Почему завтракаст? Ну, во-первых, идея была в том, что мы рассказываем как бы про завтра, то есть про будущий день, про новые технологии, но на самом деле завтракаст — это некое напоминание о том, что говорит Макс, когда мы будем писать следующий подкаст. Ну, пацаны, давайте завтра. Давайте завтра. А потом мы спрашиваем Диму: Дима, а когда будет готов монтаж? Дима говорит: ну, пацаны, ну давайте завтра. Да, поэтому завтракаст — это не завтраккаст, как нам тут уже предлагали, и нарисовать яичницу на логотипе и все такое прочее. Это, конечно, очень круто, серьезно, это очень круто и замечательно, но, пацаны, идея была в том, что мы типа про будущее там, типа про лень, про новое что-то, про технологии там. И третий самый распространенный вопрос. Да, кстати, я даже тебя перебью, но это пиздец, потому что нас просят писать название перебивок, откуда, из каких фильмов, передач, клипов и видео в Ютубе мы их брали. Как монтажер этого подкаста, я вам так скажу, пацаны. Идите нахуй! Не, ребят, если серьезно. Я буду писать каждую перебивку, я с ума сойду. Вы просто не представляете, какое количество времени отнимает монтаж даже простейшего разговора на трех человек на час.
Я уж молчу о том, что у нас были выпуски по 3 часа. Я уж молчу о том, что каждого гостя это просто боль, ад и унижение каждый раз. Но тем не менее, ребята, просто забейте хуй. Да, пусть это будет некий элемент интриги. Наш маленький секрет грязненький. Да, если вы слышите что-то типа по поводу трогать носиком там или бабка, а еще как бы, ну, ребят, ну... Ну, извините, вы это... можете спросить в индивидуальном порядке, сразу в титре, скажем, может быть, мы вам ответим. Все, абсолютно все перебивки взяты с Ютуба, гуглится на раз-два, трогать носиком — это стримерша Карина, и все остальное тоже от нее. What are you, insane? Yes. Prepare yourself. Because I'm going to fight you, and I'm going to kill you, until you're dead. Today! А теперь к серьезным новостям. Дело в том, что наша одна из самых любимых вообще платформ распространения контента и вообще социальных сетей... И пидоров по Рунету? И пидоров по Рунету... Лев Джорнал. Нет, не Козлов. Пидоров. В общем, из Твиттера, вообще у него в последнее время некоторые есть проблемы, как бы, собственно, из-за этого оттуда ушел господин Костоло, и теперь пришел обратно Джек Дорси, который вообще основатель Твиттера, и он вроде как пытается перетряхнуть всю эту структуру, как бы, всю эту шарашку, и вообще что-то с ней сделать, чтобы она, типа, ну, как бы, начала как минимум быть более перспективной для инвесторов, потому что на самом-то деле по деньгам и по развитию, в принципе, у нее не все так плохо, единственное, что стагнировался рост, то есть, грубо говоря, прирост пользователей каждый год активных, он не такой большой, как хотелось бы инвесторам. И, соответственно, считается, что вроде как там технологически он тоже там застрял, хотя вот я бы так не сказал, потому что там все время вводятся какие-то новые интересные штуки. Но в целом связано это не с этим. Новость, которую мы хотели обсудить, о том, что 4 исполнительных директора плюс глава сервиса Vine, видеосервиса, который, собственно, очень популярен сам по себе, кроме Твиттера, они ушли оттуда и поговаривают, что на самом деле ушли они ровно из-за того, что на самом-то деле им не совсем комфортно работать с Джеком Дорси, с его методами, и вообще они не очень согласны с его потенциальной политикой то, и тем, как он видит компанию. На тот вопрос и предложение Джека Дорси о том, чтобы ввести в Твиттер 10 тысяч символов, эти 4 исполнительных директора сказали «кек». На что Джек Дорси уволил 4 исполнительных директоров и сказал «кек» на сколько-то тысяч символов, упаковав это в картинку в Твиттере. Что еще ироничнее. Я напомню, что это один из вообще одна из тех вещей, как бы, да, которую как бы он позиционирует в качестве недостатка Твиттера, о том, что почему, собственно, надо вводить 10 тысяч символов, потому что вроде как люди очень много постят вот таких вот картинок, на самом деле очень мало, с целыми простынями текста, и вроде как Твиттер не может их анализировать, делать поиск по ним, и вообще типа настроение там, как бы аналитику строить какую-то, и, да, там, ну, в общем, не может он это делать. Я бы на самом деле на месте Твиттера купил компанию Эбби и просто на лету парсил бы эти картинки в текст. Пара-пара-пам. Пиу. Проблема решена. Да нет, на самом деле, я думаю, что очень многие почему-то пишут все время про твит в 10 тысяч символов, но я думаю, скорее всего... в 10 тысяч символов начинается с первого. Да. 1250 тыпидров, как вы понимаете, вмещается такой твит. В общем, смысл в том, что я подозреваю, что это будет некий, я уже говорил об этом, эмбед. Снипет? То есть, скажем, да, как бы, то есть это как история, например, в том же самом слойке в мессенджере. Ты когда присылаешь целый кусок кода, у тебя, по сути, вываливается такое окошко, в котором, типа, есть первые там две строчки этого текста, и ты можешь нажать и прочитать его полностью. Или же, например, как это делается там с картинкой, с видосом, там, со всеми остальными вещами в том же самом твите. Тебе просто вываливается твит на 140 символов с неким окошком, в котором может быть там типа кусочек там сайта, ну вот как сейчас делается это со многими ссылками в виде карт, там видос, картинка, там 4 картинки и так далее, может быть вот так вот первые 3 строчки текста и типа нажать read more у тебя. Или вываливается некий поп-ап с этим, соответственно, таким ридер-модом. Или же, как бы, тебя на мобильной версии перекидывает на страничку такую тоже, как бы, вот такого ридинг-мода. Вот. С форматированием и прочее. В любом случае, думаю, что, в любом случае, то, что из Твиттера ушли целых 4 исполнительных директора, это говорит о том, что в Твиттере происходят какие-то изменения, позитивные или плохие. Это решать, наверное, будущим поколениям.
А вон, кстати, говорят, что вроде как ты Джек пидоров. Дорси хочет... Блин. Что Джек Дорси вроде как хочет взять место ушедшего одного из менеджеров по маркетингу пиару, девушку, которая занималась пиаром, не девушку, женщину, в Apple в свое время. Вот. Так что посмотрим, может быть, там как раз-таки он еще и встряхнет команду, и будет вообще все очень круто. Я знаю, что готовит нам судьба. Король грядущий, славься. Любовь моя, сегодня к нам пожалует Дункан. Кажись цветком невинным, но будь змеей под ним. Славься, Макбет! Славься, Макбет! Приветствую, Макбет, грядущий наш король. Гнездятся скорпионы под короной. Гардианы на орбите. Банджи покинул чувак, который типа президент. И все это произошло буквально через несколько дней после того, как появились утечки про то, что Банджи перенесли Destiny 2 с осени этого года на неопределенный срок. Я бы не сказал, что это утечки, я бы сказал, что это, скажем так, очень-очень-очень идиотские слухи, которые на Reddit выдавал чувак, который якобы работает в Банджи. Нет, на самом деле об этом говорили в Kotaku, Джейсон Шрайер, насколько я помню. И дело в том, что он говорит, что он слышал это из нескольких источников, причем на протяжении последних месяцев. Напомню, что на самом деле многие журналисты Kotaku, в том числе главред, которого мы как-то приглашали в один подкаст, вот, и, в общем... Каст. Каст. Да. Они вообще часто говорят о том, что они знают некоторые вещи, но не сливают их, потому что у них или договоренности с конкретными людьми, или договоренности с издателями, или же просто как бы нет четкого подтверждения о том, что вот как бы что-то произойдет. Я но точно знаю, сказать, когда выйдет Half-Life 3. Но тут надо сказать, что Kotaku, в принципе, можно верить, потому что Kotaku уже несколько делали крупнопрофильных сливов, очень качественных. Syndicate. Syndicate, Modern Warfare 3. Victory, кстати, если вы помните. Да-да-да, Victory, Modern Warfare 3. И, собственно, данной информации я бы все-таки доверял. Но. Короче, в итоге на Reddit появился пост от хуй пойми кого о том, что Destiny 2 хуй пойми когда ждать. В 2017-м не раньше, скорее всего в марте. Соответственно, никаких DLC, идите в жопу, игра в говне. Банджи покинул чувак, который президент. И самое тут интересное, как уже много раз писали другие издания о том, что если компанию покидает президент и как бы говорит о том, что пацаны, да спасибо все всем. Хуи. Не, пацаны, спасибо всем, что я с вами долго работал. Вы молодцы, все, я ухожу туда-туда-то. Это хорошо. А когда в компании приходит другой президент, и он говорит за старого, что спасибо предыдущему чуваку, что он хорошо поработал, это говорит о том, что предыдущего чувака просто прокинули. Ну, посмотрим, но очень, на самом деле, странная история. Если я честно скажу, я вот еще думал, может, поиграть там в Осирис или еще или в Iron Banner, но что-то прям, я не знаю, мне даже не хочется. В любом случае, до E3 ближайшее это все спекуляции, и вот уже если на E3 никаких анонсов по Destiny не будет, тогда уже, конечно, придется бить в набат. А пока ждем, что еще сказать. Деньги реальные за патроны, вот тебе, блядь, набат. На самом деле деньги реальные за патроны. Фейк. Это фейк. Это фейк, понятное дело. Но как только так будет, вот тогда уже будет пахнуть жареным. Whose footprints are these? What the fuck? I didn't expect that. Fuck. Snake. Yo, Snake. Snake. Shut the fuck up. Sorry, G. I thought Snake was dead. Didn't even break a sweat. Кстати, о жадности. И про проебать. Да. И ей собирается проебать Battlefront. То есть, на самом деле, история заключается в том, что на неделе Electronic Arts опубликовали roadmap развития Battlefront. И там будет целых 4 DLC. И там будет 4 DLC по одной карте на каждое. Я напомню вам, что даже в Call of Duty до сих пор по 3-4 карты выдают. Понимаете, в Call of Duty выдают по 3-4 карты. Понимаете? I find your lack of fate disturbance. А вот в Battlefront, как бы, вот это, там, конечно, крутые карты обещают. Там, типа, будет этот Sky City, который, если помните, облачный город, Cloud City. Да. Соответственно, там будет Звезда Смерти и что-то еще такое будет. Ну, пацаны, Battlefront говно.
Да сам ты говно. Нет, я так и представляю, как эта планерка выглядела в Electronic Arts. Господин генеральный директор, а сколько нам карт сунуть в новое DLC на Battlefront? 5 или 6? Одно. Young Jedi, you are not understand the power of the dark side. Извините, господин Сидиус, мы зайдем попозже. One map to control them all. Или парад хуёвых пародий в завтракасте. Да. Блин, на самом деле, вот вы ржете, как бы, Battlefront очень хорошая игра, если честно. Ну, можно я адвокатом дьяволу выступлю? На самом деле, отчасти я могу понять, почему такая хуйня. Потому что, давайте говорить откровенно, качество ассетов в Battlefront ебанистическое. И мне просто с трудом вот представляется, сколько ресурсов ушло на один тот же Эндер. Чтобы ты сделать, знаешь, эту карту по Эндеру. Я предлагаю сделать очень крутую историю, короче. Берешь, делаешь планету Набу. Делаешь в ней режим, короче, выживания, где там, допустим, вчетвером можно играть. И у тебя единственные враги — это гунганы. Слушай, игра побьет все чарты, мне кажется, а финальный босс будет Джа-Джа Бинксом, и пиздец, и все. И ты просто, ты понимаешь, ты вчетвером хуярить гунганов просто без перерыва. Я буду, знаешь, как тот чувак, там, знаешь, там, kill it with fire, ржешь такой просто. А не боишься, что как в робоцепе к тебе призрак прицепится? Теперь мы будем навсегда Тимур! Слушайте, ну я в такое поиграл бы, да, Ну, кстати говоря, вы говорите про планету Набу, а я последнее время делает планету наебу. Из Battlefront выходит какая-то адская хуйня, вот честно вам скажу. Я не купил Battlefront, не хочу в него играть, Тимур, даже не уговаривай, иди в жопу. Battlefront говно, нет, никогда, Star Wars тоже не очень, все. Fine. Then I guess it's back to Tamriel. It's been a while, I'm excited, oh can't you tell? Back where heroes dwell. They've got every province, how I've missed you, Fonmel. Кстати, о говноедах. Хорошо зашел, ладно. Сучка, ты просто самая настоящая. Так вот, короче, планшеты Microsoft. То есть ты с козырей зашел, да? Это специально, чтобы меня просто выжать из подкаста, да? Окей, ну-ну. Так вот, планшеты Microsoft можно давать отбивку, блядь. Так, собрались, пацаны. Планшеты Microsoft очень хорошие. Те самые, которых комментаторы просили долгое время говорить, это не iPad'ы. Так вот, iPad'ы от Microsoft. И не iPad'ы от Microsoft, и не подделки под iPad'ы, как их называли, knock-off iPads. Нет, это именно Surface, Microsoft Surface. Так вот, как только репортеры усвоили, что эти голубые непонятные штуки, они в этих специальных чехлах, все-таки называются Microsoft Surface. Именно в этот момент ударил оттуда, откуда не ждали. Microsoft Surface на одном из последних матчей по американскому футболу окрасил экраны планшетов в цвет чехлов. Да, просто-напросто отрубились. И, короче, перестали работать и подвели команду Patriots, которые там... на видео было очень смешно. Они били эти планшеты об голову, били их об землю, бросались ими и вообще орали на работников Microsoft, которых там человек 20 было, наверное. А те стояли с умными ёблами, такие тыкали в планшеты, такие типа «да-да». И друг другу кивают, такие типа «да-да». То такой «не работает, не работает, да, чё за хуйня, да-да». Справедливости ради, давайте я расскажу, как все было на самом деле. Представители Microsoft сказали, что планшеты очень сильно защищены, соответственно, от ударов на них есть специальные чехлы. Голубенькие такие. На самих планшетах можно запускать только одно, блядь, единственное приложение, это приложение NFL, или как там это, Национальная футбольная лига называется. Штука для того, чтобы смотреть, что происходит на поле. Да, и, соответственно, тренер рисует на поле, как его команда должна куда разыгрываться и куда идти и что делать, в принципе, а все остальные футболисты на эти планшеты смотрят и понимают, что им делать. Но проблема в том, что
Проблема была, во-первых, не в планшетах. Проблема была исключительно в Wi-Fi, который был на стадионе. И из-за того, что не было связи, планшеты не работали. И Microsoft, их представители заявили, что в произошедшем не было вины их устройств. Неполадка была связана не с планшетами, а именно с подключением к сети. Но кого это ебет? Но били-то они не Wi-Fi в кадре. А при этом сами футболисты говорят о том, что эти ебаные планшеты вообще никогда не работают. Ну, вообще, на самом деле, справедливости действительно ради. Я скажу так, что я вот видел несколько раз Surface, пользовался. Могу сказать, что, в принципе, машинка-то неплохая. Потому что реально на ней даже если поставить там седьмую винду, там, или восьмую, или даже нормальный настрой... И героев можно... третьих накатить. Не, неправда. Там даже можно на средних настройках какой-нибудь там Tomb Raider запустить спокойно. Не новый, конечно, но это, и это было на втором Surface. На третьем Surface, я думаю, даже и то получше. Там всякие, как минимум, там какие-нибудь Dishonored вообще можно легко пройти и поиграть. Не говоря уж о героях там, и там какой-нибудь цивилизации, да, там последней. Но что интересно, что, конечно, это очень плохой пиар был. Прям вот такой ужасный пиар. И самое главное, им реально настолько не повезло, что когда они умудрились добиться, чтобы все говорили, что да, это не iPad, да, это планшет от Microsoft, хуяк, и он не работает. И прямо в кадре, и прям такой адок. Но ну, если почитать, что говорят об этом Patriots, они говорят, что последние 3 года эта ситуация продолжается время от времени на разных матчах. То есть, соответственно, либо планшеты всегда глючат, либо сеть всегда глючит. Плохой. Да, то есть, скорее всего, дело, естественно, в сети. То есть мы не говорим о том, что Microsoft... Я даже не удивлюсь, если проблема в итоге вообще в другом. Например, там у них приложение NFL, которое сделали там 2 кривожопых индуса. Да, понимаешь? Да, да. Это единственная команда, которая использует на винде, небось, приложение во всем NFL. Вот, да? И понимаешь, как бы, и там наверняка все дико очень плохо, как бы, да, в плане приложения. Например, планшет, на самом деле, не виноват в этом ни разу, но общий экспириенс Он такой, к сожалению. И это очень плохо. Короче, пацаны, если вы играете в американский футбол, берите iPad. А у меня, как вот гуманитария, всегда было интересно. Сука, если у тебя не работает планшет, ну подойди ты к футболистам, нарисуем на листочке, блять. Но там было там не совсем то. Ты немножко не очень правильно обрисовал. Дело в том, что это приложение позволяет еще посмотреть позиции игроков в течение игры почти в реальном времени, но отмотать, как бы, например, на определенное время сзади. И, как бы, соответственно, ты можешь смотреть еще прошлые матчи, как бы, твои команды, чужих команд и прочее. И ты можешь изучить таким образом тактику. То есть ты можешь при этом посмотреть, например, как ты там полчаса назад, как, например, атаковала твоя команда. Или там команда противника. Как вы защищались там и так далее. И, естественно, на листочке ты этого не можешь посмотреть. Предлагаю поэтому западным тренерам перенять российскую практику, когда ты вызываешь игроков в раздевалку, орешь на них, блять, матом, безбожно, по-русски. 10 минут, по-русски. По-русски. Они как шелковые выходят на поле, им, блять, уже ничего не надо. И просирают в сотый раз. Это была хорошая игра. Ну, не сегодня, так в следующий раз будут еще чемпионаты, друзья. Еще планшеты, еще новые радости. Буфонище! Футболище! Вот так дела делаются. Поможешь следствию. Идем. Надо же, я впечатлен. Пропало животное, его здесь не видели? Поспрашивайте. А, он голый! А у нас никто своих тел не прячет. Глубокий наклон. Я поиграл в самую красивую игру, которую вообще я когда-либо видел. Многие называют ее скучной, многие называют ее короткой и прочее. Чуваки, ты поиграл в Battletoads? Знаете, я бы сказал все-таки так, что как бы мне очень понравилась игра. Это The Order 1886. Я скажу честно, я ее взял, умудрился с супер скидкой в Nvidia за 650 рублей. Вот, и, соответственно, ну, как бы вообще не жалко за игру на PS4 новую, на диске, которую ты можешь там перепродать потом за 1200, например, как бы. Вот, конечно, естественно, тебе этого не жалко.
Но было каково мое удивление, что мало того, что игра настолько просто безумнейше красивая, ну, то есть, реально, я, наверное, среди даже всех современных, там, типа, эксклюзивов, там, PlayStation, там, или Xbox, или даже, там, на ПК, я не видел ни одной настолько красиво срежиссированной и вот просто самой по себе классно в плане арт-дирекшена, в плане технологичности сделанной игры, что... Я был в шоке. То есть, например, я играл вообще в Ведьмака, вот недавно прошел, и могу сказать, что в Ведьмаке, например, прекрасно поставлены диалоги, кат-сцены, вот как поставлены углы камеры, и вот срежиссированы вообще там какие-то моменты, как бы мелкие, там, типа даже элементарные там движения лиц, там мимика и прочее. Ну, то есть очень круто в Ведьмаке сделано. Но вот The Order, он еще круче, чем в Ведьмаке сделано. Еще и кинематографичнее, и класснее это все дело выглядит. По поводу голосом разума, в монологе Тимура скажу так. The Order 1886. Он красивый, да, с этим никто не спорит. Но как игра полное говно и заканчивается за 6 часов. И 2300, или сколько он там сейчас стоит, не стоит совершенно. Ну, вот 650 рублей он точно стоит. Но говоря, кстати, про технологическую часть, я скажу, что, несмотря на то, что Order технически очень крут, это никто не оспаривает, в этом году был еще Until Dawn, который лично для меня графически был как минимум не хуже Ордера. Согласен, абсолютно согласен. И, а местами поражал даже больше, потому что там более живая лицевая анимация. И все-таки в Until Dawn был геймплей. Если... Пацаны, вот я вам так скажу. Для меня The Order по сути практически одно и то же, что и Gears of War в плане механик. Ну то есть он практически идентичен. Но он более упрощенный, чем Gears of War. Нет, в плане механик то же самое практически. Точно так же ты подходишь, там всех пиздишь. Точно так же там 4 слота оружия. Те же самые гранаты, те же самые перекаты и прочее, прочее, прочее. Ну то есть вообще практически идентично по механике. Врагов потому, что... меньше, скукоты больше, знаю. В принципе. Ну то есть я имею в виду не в плане количества, а в плане разнообразия врагов. Вот так. Ты знаешь, я тебе... Да, в плане разнообразия, там просто, ну, типа, чуваки на другой планете, другая раса, и там, естественно, можно там творить любую хуйню, как бы, да. Здесь, конечно, танки, например, не ездят, как бы, но враги, например, с разными оружиями, но тоже те же самые люди, естественно, конечно. Ну, или там эти ликантропы, которые Лайканс. Можно было всего, все что угодно придумать, Тимур. Просто проблема в том, что тот же самый The Order, он... реально скучный. То есть, когда ты привлекаешь к тому, что у тебя там 6 видов врагов, и, в принципе, у тебя механика Gears of War, которую ты видел уже, сука, 158 раз в 10-й игре, в принципе, The Order, наверное, не производит такое впечатление прям хорошее. Я не согласен. Я хожу, наслаждаюсь там видами, делаю скриншоты просто там каждую 10 минут там в фотомоде. Фотомод вообще божественный там. И, чуваки, ну... Просто игра реально интересная. Ты идешь по сюжету, тебе интересно, что будет дальше. Нет, просто и ты еще... графодрочер и ничего не знаешь, чем эта игра закончится. Вот и все. Ну, я пока на 11 главе, как бы, поэтому вот я там, типа, с Knight Commander поехал в Covert Operations. Но я тут чуть-чуть в плюс ордеру запишу еще одну важную вещь. При всем при том, что Ордер действительно скучный шутер, это правда. При всем при том, что Ордер страшно неоригинальная игра, и там вот прям вот стелсы головоломки, вот все как в той рецензии легендарной, вот, включая ту самую стелс-миссию дурацкую. Серега сейчас икает просто в этот момент. Вот. Тем не менее, у Ордера есть один очень сильный плюс, который сложно перебить лично в моих глазах, при том, что я прекрасно понимаю, что игра, ну, мягко скажем, не фонтан, она происходит в стимпанковом Лондоне с охеренной эстетикой. И вот это очень тяжело перебить, потому что игр, где есть стимпанковая эстетика вот в таком AAA качестве, на самом деле, очень мало. Ну, вот тот же самый Assassin's Creed, он хоть и не в стимпанке, но он тоже в Лондоне, и он затмевает The Order на раз-два. Вот реально на раз-два затмевает. Ну, кто же спорит? Другой вопрос, что... как сказать, игра по ценнику за 60 баксов, конечно, не фонтан. Не было ни разу ценника 60 баксов. Ну, алло. Ну, была в самом начале. Но сейчас ее купить за 1200 или даже, вот как Тимур, за 600 рублей можно. На самом деле можно. Тем более, как это на Гафе пишут, купите ради легкой платины.
Ну, да, как бы я могу сказать, что у меня есть там еще один знакомый. Вот, например, там, как бы, мой друг вот Егор Монахов, да, из издательского дома «Комитет». А вот ему, например, тоже понравилось. Вот. И, ну, реально, я знаю людей, которым понравился «Ордер», потому что вот я сам играю, классный сюжет. Такая нормальная обычная механика, нормальный геймплей и безумнейшая красота графона, как бы, да, и ты такой просто охуеть, играешь и такой, ебать. Ну, в общем, смысл в том, что, чуваки, если, как бы, вам нравится неспешный такой шутерок, если вы понимаете, что этот шутерок вы пройдете один раз, если у вас есть возможность купить этот шутерок на диске, если все эти если у вас складываются в одно целое, как бы, и вы понимаете, что потом вообще чуть ли не продать его можно, покупайте, поиграйте, как бы реально неплохая игра, а уж, блин, такая красивая, что просто пиздец. А если вечерок, вам пацаны. Этого недостаточно, то вы покупаете Gears of War Remastered на Xbox One, играете сначала в компанию, потом играете в мультиплеер, потом вам бесплатно достаются вторая, третья и Judgment части на программе совместимости Xbox One, вы проходите их и думаете, господи, какое говно этот ваш The Order 1886. Хорошо, хоть ты жив, и дроиды не попали в руки Империи. Я полечу на Алдеран. Здесь меня ничто не держит. Я хочу стать рыцарем-джедаем, как мой отец. А сегодня так уж получилось, что у нас в гостях совершенно уникальный человек, которого как только не называют, совершенно по-разному, но я думаю, что очень многие его знают как раз потому, что у него на каждой из фотографий совершенно очень странное, но очень даже фирменное лицо. Вот. И это Александр Плющев. Да, здравствуйте. Да, Саша, в общем, ты у нас известен чем ты только неизвестен. Ты у нас и про гаджеты, и в телек попадаешь, и на радио, и вообще где ты только не бываешь. Я в свое время помню даже когда-то, когда мне наш с тобой общий знакомый сказал, вот там, Александр Плющев. Я спрашиваю, а это кто? И он такой, ну ты что, не знаешь Сашу Плющева? Я такой, не, я не знаю Сашу Плющева. Ну, у меня такой, да, ну вот там эхо Москвы, там, вот то, сё, там. Ну, ты в Твиттере же, ну, короче, читаешь его, я такой, типа, да нет. Ну, вот так он мне объяснил, а потом мы с тобой познакомились, и, в общем, очень крутая история вышла. Вот, я тебе хочу задать несколько вопросов, очень таких, как бы, знаешь, неординарных, хотя, наверное, кто знает. Первый вопрос, он такой, довольно смешной. Вот, ты знаешь, мы все шутим, на самом деле, я далеко не единственный, кто об этом говорит. Но вот если ты ретвитишь, то ты, по сути, открываешь портал в ад такой, знаешь, своеобразный, потому что у тебя настолько неординарная, настолько странная аудитория, то есть она, я бы так сказал, она настолько огромная, и из-за того, что она такая огромная, то, как говорится, люди приходят самые разные. И есть как бы нормальные, ненормальные, хорошие, плохие, такие-сякие, но очень много людей отвечает вообще прям тотально странных таких вот. А вот как ты сам вообще к этому относишься? Ну, я не знаю, я как-то привык к аудитории. Я знаю, что, во-первых, в этой аудитории есть еще и боты, к сожалению, к большому. Они не имеют ко мне никакого отношения, и любой твит, который я ретвитну, они могут ретвитнуть потом много-много раз. Я этого не вижу, как правило. Вот, и ничего с ними поделать не могу. Но если я вижу вдруг как-то случайно, то я стараюсь банить их там, репортить и так далее. Но это, конечно, все капля в море, понятно. Как они ко мне прицепились, откуда, кто их и зачем вывел и на меня натравил, я не знаю. Ну вот, а что касается людей, живых людей, о которых ты говоришь, то люди действительно разные бывают, но просто дело в том, что, видимо, сфера моих приложений разные, поэтому и люди подходят разные. Некоторые знают меня еще с ведомостей, там, когда я вел колонку «Сайт дня». Некоторые по интернет-активностям на Эхе, потому что я там вел программу «Эхонет» в свое время очень давно и долго. Но это параллельный с «Ведомостями» был проект. Некоторые узнали там благодаря эфирам, некоторые «Вестинет». Кто-то, может быть, наш с тобой совместный проект смотрел, который мы от нечего делать делали в
игре о новостях, да? Да. Вот. Поэтому они же разные все люди, вот откуда-то понаберутся и понабрались, и вот поэтому у них такие разные реакции. Некоторые считают, что раз я на Эхе Москвы работаю, значит, я... Жидомасон и укрорептилоид, да? Либераст какой-то, вот. Ну, или, ну, некоторым это нравится, и они поэтому меня фолловят, а некоторым не нравится, и поэтому они меня фолловят. Вот, ну, и... Поэтому нельзя предсказать. Ну, вот я этим объясняю такую разноплановость. Ну и действительно много. Там больше 200 тысяч фолловеров, из которых, я думаю, ну уж никак не меньше четверти это боты какие-то. Ну или неживые люди. Там могут быть рекламные какие-нибудь там или еще кто-то в этом духе. Вот. Но все равно это много. Даже если половину от этого убрать, 100 тысяч, ты представляешь, сидит там больше стадиона целого и все время там что-то наблюдает. Но там самое главное, ты знаешь, очень интересно бывает, например, что ты какой-нибудь ироничный, шуточный твит ретвитишь, а люди начинают прям вообще, ну то есть настолько неадекватно вообще реагировать. То есть они, так скажем, оторваны от какой-то вот этой нашей такой интернет-твиттер-реальности, которой как бы люди понимают, что означает шутка, а там люди начинают реагировать так, как будто ты вообще там, типа, чуть ли не святуни их там попрал, как бы, хотя казалось бы. Ну, у меня был один самый известный твит, вот, когда... Он не был шуткой, надо сказать, но он и не был как бы со звериной серьезностью написан, надо сказать. Я просто спросил, как нормальные люди спрашивают, то что, ну, обычно там, типа, вот ты видишь в этом что-нибудь такое, какое-то потустороннее дыхание или нет? Ну, и там все возбудились. Понятно, что это не от глупости люди возбудились, а с умыслом. Но неважно. Но ты понимаешь, на самом деле это свойственно не только Твиттеру, к сожалению. Вот у меня была тут передача ночная, и мы там довольно долго говорили о том, что происходит вокруг Третьяковской галереи. Даже не столько Третьяковской галереи. Как феномен, да, определенно? Нет, я спрашивал слушателей, чтобы они рассказывали истории, как они ломились за прекрасным когда-либо. Вот. И они рассказывали, ну и мы полчаса про это говорили. Мне казалось, что, в общем, в этом контексте поставить пародийную песню в исполнении Андрея Бельжо «Третьяковка», в которой, ну, она такая в шансонном стиле, «Третьяковка моя, Третьяковка, Третьяходка моя, Третьяходка», вот. И мне казалось, что, в общем, вопросов не должно возникнуть. И тут же пошли смс, почему это пошлость у вас в эфире, шансон, вы сейчас еще поставите «Владимирский Централ». Ну, то есть, камон, как? Мы люди только все равно серьезно, да? Да, мы только что полчаса об этом поговорили. Казалось бы, разжевано все. В этом смысле, ну, я понимаю, что я, например, отстаю по скорости восприятия юмора там от поколения твоего или своей дочери. И у вас там немножко другой юмор, и у них совсем уже другой. Я так выражаюсь вашим языком, слоупочу. Ну уж настолько, когда тебе полчаса разжевывают, сейчас будет шутка, сейчас будет пародия, и так хрена полностью по-серьезки воспринимать. Я никогда к этому не привык. Ну, это на самом деле, знаешь, мне напоминает о том, что рассказывали даже там в 19-18 веке и там вот в начале 20 века, когда письма шли в газеты, в редакции, там, которые издания писали вот книги, о том, что типа, а вы почему вы вот это сделали, а почему он то? Я вспоминаю, когда я вот в Ленте.ру работал, как там писали на полном серьезе о том, что почему у вас президентом назван Медведев, когда президент Путин, а в этот момент был президентом как раз Медведев. Да, ты знаешь, я сейчас читал смешно в Фейсбуке, я не знаю, это такой тонкий троллинг, который я не догнал, или по-серьезки написано, в ArtPlay пришло письмо от студентки, или якобы студентки, которая крайне возмущена акцией, значит... Про Лабутена, да? Да, про Лабутена, очень возмущена тем, и очень подробно это расписывает, что, значит, женщин на Лабутенах пускают в полцены, там, или бесплатно, Серег туда тоже пускают. И вообще образом. Это ограничение, да, какое-то? Да. Да, нет, это там сексизм и все прочее. И вообще пошлость группы «Ленинград», она не имеет ничего общего с искусством. И Ван Гог бы, конечно, был бы крайне недоволен таким соседством. Слушай,
Слушай, на самом деле, очень хорошая есть по этому поводу поговорка о том, что 2015 год, но сейчас уже, я думаю, 2016 тоже, и только еще в большем масштабе. 2015 год — это год, когда все на всех обижены и, собственно, как бы никаких других выводов не делают. Вот. Тебе не кажется, что реально люди начали обижаться больше на все, даже то, на что, в принципе, раньше даже не подумали бы обижаться? А просто это люди делают то, что приносит доход, то, что конвертируется, то, что монетизируется. Вот, ну, например, там, становятся патриотами, потому что патриотизм легко продается. Ну, не обязательно продавать его врагам-интервентам или людям по одному на улице, достаточно найти одного, но очень платежеспособного покупателя. Тоже вот. Верно, да. И религиозность. Очень хорошо продается религиозность. Или вот в данном случае очень хорошо продается обида. В иных странах, и у нас это начинается постепенно, очень хорошо продается там политкорректность. Точнее, обида на неполиткорректность. Вот, а соответственно, ты вынужден быть политкорректным, чтобы, значит, не дать торгового преимущества тому, кто посчитал себя обиженным из-за твоей неполиткорректности. Жизнь какая. На самом деле, я сразу вспоминаю South Park. Ну, ты, я не знаю, ты смотрел или нет последний сезон там? Или... Нет, нет. Но вот там они очень жестко, конечно, высмеивали историю, связанную с этим, когда, вопреки вообще всем возможным здравым смыслам, там вот как бы пытались энфорсить, то есть заставить людей как бы быть политкорректными даже в ущерб там здравому смыслу. Ну, нет, но это известная история, и она обыгрывается в куче фильмов или там сериалов, ситкомов о том, что при приеме на работу имеет шансов больше лесбиянка-негритянка, которую в детстве бил отец, там, ну, что-то такое, одноглазая и хромая. Вот. Ну да, к сожалению. На кресле, на инвалиде. Так или иначе, на самом деле, это, конечно, печально, что имеет такой тренд быть. И самое главное, что все вокруг понимают, что действительно это такая, скажем, вещь, с которой люди пытаются извлечь выгоду. Но, как бы, я думаю, что надо, конечно, может быть, подождать, потому что мне кажется, что есть некоторая цикличность поколений, когда люди, знаешь, там вот становятся какими-то адскими пуританами, а потом разрываются шаблоны, и людей просто достает быть такими пуританами, и они становятся опять, там, знаешь, как 60-е, там, лето любви, и вообще там как бы полная свобода. Согласен с тобой. И ты знаешь, вот уже даже мой жизненный опыт показывает, что такой маятничек, он существует. И другое дело, что невозможно предсказать, когда и куда он качнется, это правда. Но он качается, это точно. Когда я чувствую запах асфальта, я думаю о Марин. Тяжелый запах асфальта. Когда я думаю о Марин, я думаю о двух вещах. О дороге и неприятностях. 2016 год. А ты, по сути, вот радиожурналист. И аудитория радио, она все-таки, так скажем, как бы чуть-чуть взрослее, чем в интернете. Вот скажи мне, как ты себя ощущаешь вообще в 2016 году, будучи радиожурналистом? Вот. Да я и сам, в общем, достаточно взрослый, понимаешь, в чем дело? И поэтому я-то себя там ощущаю довольно молодым, потому что аудитория там моложе сильно, чем я, в смысле старше сильно, чем я, как правило. Вот. И здесь я никакой ущербности такой не чувствую. Не чувствую себя пока Владимиром Владимировичем Познером ни с какой стороны. Вот. Но что касается интернета, понимаешь, ну то есть до определенного момента, до какого-то, я мог быть впереди и там и рассказывать людям об интернете что-то. Сейчас я этого не чувствую, потому что выросло целое поколение, и ты, и его яркий представитель в том числе, может быть, и ты уже немножко староват даже, да, выросло несколько поколений, скажем так, которые понимают лучше меня и воспринимают быстрее меня. Поэтому чего я им буду рассказывать? Они сами мне сколько хочешь расскажут. То есть моя миссия, и я об этом говорю совершенно без всякого сожаления, по первичной популяризации технологий и интернета, она закончилась, ну, объективно говоря, не меньше никак 5 лет назад. Ну вот, когда я закончил делать там программу Эхонет, а потом, когда закончились Вестинет, в принципе, ну, Вестинет — это уже не первичная популяризация интернета, надо сказать, это сообщение о текущих событиях, это другое.
Вот, ну, скажем так, 11-й год, когда закончилась программа «Эхонет» моя, это, конечно же, даже я уже малек и перелез через эту грань. Вот, надо было заканчивать до наступления там 10-го года, когда уже люди и так все прекрасно понимают, а всех пенсионеров ты уже в сеть, кого мог, ты уже в сеть сагитировал. Вот. А вообще, в целом, как бы, не чувствуешь ли ты, что ты можешь, ну, теоретически быть таким, так скажем, мостом между, вот, так скажем, новым поколением, новыми технологиями и тем, что, как бы, воспринимают как раз-таки старшее поколение, которое, так скажем, 50+. Например, рассказать им вообще, там, что такое перископ, там, ну и так далее. Ну, наверное, могу. Понимаешь, в чем дело? Проблема тут не столько во мне, а сколько в том, что все, для кого я мог бы это делать, я не имею сейчас в виду аудиторию, а там потенциального заказчика, они все не считают старшую аудиторию платежеспособной и полезной. Они, ну, так, им приятно, если она у них есть, эта аудитория. А часто и неприятно, кстати сказать, потому что она портит статистику для рекламодателя, так между нами говоря. Uh-huh. Вот. И, ну, некоторые так ее воспринимают, понимаешь? Вот, и поэтому, вот ты представь, ты приходишь на условный телеканал, и неважно, там сейчас вообще оставим в стороне все то, чем являются наши СМИ, там федеральные, неважно. Ну, понятно. А просто вот, да, ты такой аполитичный весь, такой прекрасный, приходишь и говоришь, слушайте, я хочу делать программу про интернет для пенсионеров, ну или людей предпенсионного возраста. Да с тобой даже никто разговаривать дальше не будет, даже если у тебя за плечами 20-летний стаж подобной работы и там имя и все такое, никто не будет разговаривать. Ну что это за потенциальная аудитория 50+, о чем ты? Вот, поэтому я-то с удовольствием, я помогаю там, условно говоря, в частном порядке. И если я предвосхищаю твой следующий вопрос, а не сделать ли там подкаст или видеоподкаст или еще что-нибудь в этом духе, как тебе сказать, это довольно трудно, потому что вот те люди, как раз, как ни странно, они привыкли воспринимать через традиционные средства массовой информации та аудитория. Есть небольшая часть, которая более-менее нормальна в интернете, которая не откажется от лишней помощи, от лишней популяризации, как-то вот от некого трубопровода, который бы вел от их поколения. Ну, а ну, радио, там, например? И так далее. Вот, ну, радио... Я так и работаю на радио, собственно говоря. У меня есть программа «Точка», но она не столько для... Она скорее такая индустрийная получилась. Программа такая о том, что представляет собой индустрия. Вот. Ну, мне кажется, мои коллеги более молодые. Вот сейчас Ира Баглоян ведет программу «Эхонет», в которой, наконец-то, спустя там много лет и спустя много битв, появились не только сайты, но и приложения. Вот. Она, мне кажется, справляется вполне с этой задачей. Но я пока могу заняться другими делами. Now if you'll excuse me, I still have some work to do. Daddy, would you like some sausage? Daddy, would you like some sausages? Daddy, would you like some sausage? Sausages, sausages. Ну вот, кстати, насчет других дел. Вот ты как раз-таки взял и в течение многих лет вел свой блог, который ты за последнее время, кстати, я посмотрел, ну, периодически заглядываю. Ты его, так скажем, поднял. И вот мне, кстати, сложилось впечатление, что он даже там попопулярнее стал твоими же стараниями. Вот ты же все-таки как раз-таки пытаешься же там какие-то вещи делать, писать какие-то статьи, там, тексты, свое мнение, описывать какие-то гаджеты, там, приложения и прочее. Ну, смотри, у меня их два на самом деле. Один просто плюшевком, там я пишу про себя, про радио, про лайфстайл, про путешествия, не знаю. Лайфстайл, конечно, про... Но я все-таки больше как раз про твою вот вторую историю, про ты про Apps. Ты про Apps, да. Apps специально был выделен, потому что часто технологическую отрасль смущает, что, ну и вообще, любую специализацию, если бы я, например, об автомобилях писал, да, вот, mm-hmm. ее как бы смущает, когда рядом пишут о путешествиях, ну вот о всем, что я перечислил, и особенно о политике, особенно, ну, людей как-то пугает там, и они там перестают сотрудничать или еще что-нибудь, ну, в общем, их напрягает, и они начинают в твою сторону косо поглядывать. Я поэтому подумал, что я не буду выбирать и не
не буду там как-то делать какие-то приоритеты. Я просто это выделю в отдельные направления. Если людям нравится там сидеть в своей айтишной, значит, песочнице или помоечке, ну, пускай там и сидят. Вот, и нравится. Ну, а кому интересно все остальное, он почитает меня в другом блоге. Кому интересно и то, и другое, прочитает оба. Вот, я, спасибо тебе за комплимент, я, к сожалению, его запустил очень сильно в блог, потому что надо было, конечно, пополнять, и мне помогали тут мои друзья из других городов, в том числе они там писали что-то и так далее, но это все же самодеятельность, вот, поэтому рано или поздно затухает. У меня, к сожалению, нет какой-то такой предпринимательской жилки, да и времени нет этим заниматься и сил. Может быть, тебе нужно, как остальные люди, вот, например, есть тоже популярные блогеры, типа там Вали Вилсакома, да, которые периодически, ну, как бы начинают уже подходить к этой истории более профессионально, например, берут себе людей, да, как бы нанимают, которые для них там что-то пишут. Но, естественно, это, конечно, имеет смысл тогда, когда ты зарабатываешь, наверное, деньги. Да, послушай, Вали — это профессия, Вали большой молодец, я преклоняюсь перед ним вообще без всякой иронии. Он один из немногих, кто сделал на этом и деньги, и имя, молодец абсолютно. Вот. У меня просто другая работа. И у меня блог — это такая побочка. Но она такая побочка, понимаешь, как вот, например, как та же программа «Точка». Они у меня вместе с Апсблогом служат таким небольшим пропуском в индустрию, если уж так честно говорить. Почему? Ну, потому что если бы их не было, то ты, ну, бессмысленно. Меня бы, наверное, звали по старой памяти на пресс-конференции так печеньками старика покормить. Вот. Но как бы понятно, что ничего нового я бы с этим не приобретал. А так я могу ходить куда-то, смотреть на что-то, знакомиться с новыми вещами, ездить на выставки там и так далее. Вот. Это такой пропуск в индустрию, я этим отрабатываю. Ну, то есть, понятно, что если у меня есть передача, если есть ресурс, там можно обсудить какие-то темы разнообразные. Если у меня есть блог, у меня есть тоже ресурс, мне можно дать какой-то на какой-то гаджет на тест. Время от времени их дают. Apple дает вообще все. Вот сейчас прикатили, знаешь, что это вообще угар, конечно. Зарядку для часов. Круглую. Вот, да, эту круглую, такую, абсолютно угарную вещь. Слушай, они, кстати, всем, вот нашему там товарищу Илье Овчаренко, ему тоже недавно прикатили эту зарядку, и он такой, типа, блин, а что с ней делать-то вообще? Нет, ну, ты знаешь, она, кстати, в отличие от чехла зарядки для айфона, она как раз, у нее есть достоинство, потому что у чехла зарядки для iPhone достоинств нет напрочь, к сожалению, к моему большому. У нее есть, она секси, понимаешь, она клевая, на нее хочется положить часы, реально. Хочется, чтобы она стояла у тебя на тумбочке, даже если это не очень удобно. Ну, вот, да. Ну, потому что она сделана в лучших традициях Apple, в отличие от чехла. Вот, ну, вот такой фигней занимаюсь время от времени. Вообще, как на блогерскую вот эту всю историю, как бы, да, особенно связанную там с бюджетами, с тем, как дают на тесты, там, с выставками, как вот возят, там, приглашают, как отразился курс валюты? И то, что, в принципе, денег у рекламодателей теоретически стало меньше. Ну, ты знаешь, еще не отразилось, пока не отразилось. Ну, или отразилось не сильно. Потому что, например, на выставку CES у нас из России возят далеко не всех, это Лас-Вегас, да, и, соответственно, ну, да. Денег надо много на эту поездку. У нас уже сегрегация, вот кого возят, кого нет, она уже несколько лет, до падения курса еще все это началось, вот, и меня давно никто не приглашал. А на ту же самую Барселону везут всех подряд, вот, меня пригласили еще в декабре. То есть мне поступило там 4 или 5 приглашений, я не помню уже, от разных компаний. Вот, ну, то есть этот ресурс до сих пор есть. Поэтому я не думаю, что как-то сильно отразилось. Другое дело, что, может быть, некоторые компании, которые там, скажем, ну, какой-нибудь Huawei, да, он там раньше печатал, ну, условно, я сейчас скорее условно, да, допустим, какая-то компания на букву Х, вот, она там печатала свои телефоны по одному в месяц, выпускала в разных сегментах и там все присылала, там, кстати, Huawei, по-моему, один телефон мне прислал, вот, и
А сейчас их меньше, но просто в силу того, что они само присутствие на рынке схлопывают. Не потому, что им жалко там на тесты отдавать или еще что-то. У некоторых в самые, ты знаешь, в самые такие прямо хлебные, самые нефтяные времена, у некоторых компаний была политика, что я, вообще там у них 2-3 устройства на тесты, и они их всем по очереди отдают. В общем, какой-то ад. Ну, это же, я так понимаю, больше центральным офисом, всяким европейским или американским, или азиатским диктуется, что типа вот 3 устройства всем дать, никому не оставить и прочее. Вот. Ну да, да, нет, эта политика, конечно, диктуется штаб-квартирой центральной, безусловно. А здешние просто их выполняют, но некоторые мухлюют, кстати. Вот. Мне рассказывали такую историю, например, что в одной из компаний для того, чтобы, ну, это довольно давно было, для того, чтобы раздать на тесты всем журналистам устройства, они просто они с началом продаж прямо раздавали, потому что они просто сами шли там в условный связной или там ИОН, покупали партию и раздавали их, и все. Да, я, кстати, помню, я слышал об этом. Ну, я слышал, там, что Nokia там, так делала, кстати. Там еще трудности с таможней были, потому что, ну, потому что если ты везешь не для продажи такое количество аппаратов, для продажи ты их по одному должен оформлять, не для продажи по другому, в общем, ад. И поэтому им было легче просто пойти спуститься там в ближайшей Евросети, купить. Тоже я помню эту историю. Вот скажи мне, кстати, ты у нас самый большой вообще гаджетоман. Я же помню, ты же вообще, ты для меня открыл вот историю вообще с китайскими магазинами, что из них можно заказывать там триллион всего. Абсолютно. Да ты что? Я не знал, что я вообще что-то для тебя открыл. Мне казалось, ты такой продвинутый парень всю дорогу. Да ты что? Ты для меня открыл волшебный мир торрентов. Значит, что ты говоришь, Саш? Ты что? Что? Нет, подожди, я первую очередь я помню, что ты открыл... Я для тебя открылся историю с сериалом, потому что ты воспринимал, что это какая-то фигня, ну, вообще непонятная. Ну, я опосредованно так сказал, опосредованно. А я тебе сказал, иди, качай, блин, там, помнишь, вот эту подпольную империю? Это да, ж вообще да. Просто. И ты такой, да ну, не знаю. С этого и началось все, да. Кстати, я следующие сезоны так и не посмотрел. А ты знаешь, я тебе честно скажу, я тоже, как бы. Но при этом вот все современные крутые сериалы, там, типа того же самого там True Detective какого-нибудь, да, конечно, да. Я там смотрю тоже обязательно. Так, пожалуйста. Ну так трахнем! Заткни глотку, услышит! Что услышит? Что такое? Кто сказал заткни глотку? Вы у меня в гостях! Веселиться так веселиться! Вот скажи мне, ты вот у нас крутой гаджетоман. Что в 2016 году ты бы посоветовал там какие-нибудь там пару предметов каких-нибудь, которые прям вот стопудово нужно брать? Знать бы еще, что будет в 2016 году, потому что, ну, я следил за CES-ом, да, это сейчас у нас пока главный локомотив, ну, такой как показатель, и там все, знаешь, из такого, что, в общем, как бы и задаром не надо, ну, в основном такое. Ну, например, там телевизор, там, я не знаю, там 8К или 16К, или ну, вот это вся, весь ад с геликоптерами, с этими. И я смотрел, что там показывают. Это очень забавно смотреть на сюжеты, который там по телеку, вот паблик в Вестях Нет Кушелев показывал, и я что-то видел по BBC еще показывали там, и смотришь в интернете, что показывают. Очень забавно смотреть. Но как бы заиметь вот это, я даже не знаю. Тут, ну, очень забавно, мне кажется, отмечать то, что мы присутствовали при мертворожденном проекте. Ну, их много, конечно, мертворожденных проектов, но самый мертворожденный, самый громкий, это, конечно, Google Glass, которого все ждали столько лет. И, в общем, самое известное его мне, самое известное его применение, когда один блогер ходил по израильской больнице и выяснял, как там у них обжуливают наших пациентов. Вот. И, собственно, все на этом. Такой, конечно, фантастический пшик. Вот. Но если говорить о позитивном, ты знаешь, я вот сейчас тебе даже боюсь так навскидку, особенно и не скажу ничего. Боюсь, что... эра каких-то предметов, которые, ну, которые появляются, да, которые вот вторгаются в нашу жизнь, она прошла. Ну, вот Apple Watch, в который я, кстати, абсолютно не верил, и которых я сейчас 100% фанат.
Ну вот тебе прям нравятся они? То есть ты прям пользуешься каждый день и чуть ли не... Нет у тебя такого момента, что ты их забыл, типа, и даже не увидел, что ты их забыл, типа, дома? Вот именно так. Я тебе больше скажу. Не то, что они мне нравятся, я без них жить не могу. Вот. Нифига себе. Ну, нет, наверное, это слишком громко, конечно, сказано, но я ощущаю, физически ощущаю их отсутствие на руке. И, то есть, у меня довольно большая коллекция, правда, очень дешевых часов, но часто смешных. Вот, из-за этого я сильно тратился на батарейках. Вот. И теперь весь этот хлам лежит большой грудой, выбрасывать жалко. Вот, он лежит в коробке у меня. И я с тех пор, как надел Apple Watch, я ни одни часы больше не надевал. Вот. Ну, мне это очень удобно оказалось, потому что постоянно тыкаться в телефон на все уведомления, там довольно, довольно гибкая система уведомлений, то есть ты одни ставишь, одни не ставишь, какие-то тебе важные и неважные. Вот. И единственное, что, оказывается, людей смущает, окружающих, когда ты смотришь на часы, их меньше смущает, когда ты смотришь в телефон. Это для меня тоже открытие было большое, антропологическое. Они все время думают, что ты торопишься. Вот. Неважно, встреча у тебя, или ты в метро, или еще что-то. Вот. Ну, неважно. Они все обращают на тебя внимание, когда ты смотришь на часы. А ты такой вальяжно смотришь туда, что-то тыкаешь, они думают, что такое? Наверное, я слишком как-то показательно это делаю. Как-то нарочито, да, вот. Иногда просто они не зажигаются, когда ты их поворачиваешь, ну, в смысле, экран не вспыхивает, и ты так делаешь несколько раз рукой. Это довольно забавно смотрится. Вот. Но, возвращаясь к гаджетам, просто, ну, как бы часы вышли, и мне кажется, что дальше уже могут быть только симбиозы, там, типа условного холодильника с интернетом, там и так далее. И я, ты знаешь, вот в эту сторону даже не смотрю. Почему? Потому что вот эти все предметы, ну, например, я это прошел с весами. У меня весы с отправкой веса в Твиттер давно-давно. Ну, где-то лет 5, наверное, уже. Сколько там? Когда там они появились в Apple Store? Да я помню, на самом деле, это старая штука еще, да. Да-да, и сейчас... Нет, они просто сейчас появились здесь, в широкой торговле такой там, типа там, в Эльдорадо, не знаю. Вот. И люди начинают их покупать, такие говорят, воу, а сейчас уже новые модели, которые не только там сообщает вес, он тебе еще в программу здоровья что-то записывает, там много всего. А, он по ногам, эти самые, как вот, весы, по ногам меряют пульс. Те, у кого Apple Watch, они не удивляются, потому что у них вот всегда измеряется часами. Но тут прикольно. Как бы весы измеряют еще и пульс. И тоже его, значит, херачат в интернет. Вот. И в этом нет ничего привлекательного, честно говоря. Очень быстро это надоедает. И вот все эти холодильники, плиты, там никто еще не... Ну, пылесосы какие-то. Никто еще толком не знает даже, как вот этот интернет вещей весь использовать. Ну, то есть, как присобачить-то эту хреновину уже придумали. А, ну, мотор к велосипеду. А как ездить эта штука будет, никто не понимает. Слушай, ну вот на самом деле я вспомнил сразу статью, не так давно она выходила, о том, что интернет вещей настолько как бы вообще отстойная вещь на данный момент, как бы, что существует сайт, на котором ты можешь серфить в интернете, в открытых источниках, видео с бэби-камер. Ну то есть как бы люди настолько им по барабану безопасность, насколько по барабану безопасность производителям, что ты можешь на полном серьезе пойти и посмотреть бэби-камеры, как дети спят. Ну да, это, кстати, в этом есть тоже большая опасность, потому что, ну, люди не особенно заморачиваются безопасностью-то и с компьютерами, но компьютер, как бы ты привык, что там, ну, может быть антивирус, тебе еще в какой-нибудь статье в Ленте.ру написали, что через камеру подглядывают, поэтому там некоторые ее заклеивают, чуть не 30% ее заклеивают. Ну, компьютер, он как бы воспринимается, там, или ноутбук, как бы воспринимается как, ну, какой-то... Точка входа для хакеров. Да, какой-то, в общем, обоюдоострый инструмент такой, знаешь, как нож. С ним надо обращаться осторожно. Им можно зарезать, но можно и колбаску нарубить. Вот.
А холодильник таким не воспринимается. Он всегда для нас был безопасным всю жизнь. Ну, если только, я не знаю, он на тебя не упадет случайно. А так, ну, безопасная же вещь, согласись. Ну да, открыл, и открыл, и все. Да, открыл, закрыл, наоборот, очень полезный. И как бы никто от него подлости-то не ждет. Ну, точно так же, как и бэби-камера. Это же прекрасная вещь, смотреть за ребенком, когда ты там находишься на работе или за 1000 километров, неважно. Шикарная вещь, да. Но кто и когда задумается о том, что это тоже надо шифровать? Да никто. Ну, это печально, конечно, что у людей, к сожалению, грамотность, это ее нету, и причем ее нету до сих пор. Я вот даже недавно спрашивал людей в Твиттере там, о том, что много ли людей пользуются, в принципе, антивирусом. И почти все пишут, что, в принципе, антивирусом не пользуются, как бы, да, достаточно вот внутренних встроенных каких-то средств, там, macOS, там, Windows и так далее. И если, например, там, мы знаем, что, например, iPhone там, как бы, всячески зашифрован, там, и анально огорожен, и с каждым обновлением закрывают все больше и больше дырок, да, то, например, macOS, естественно, как бы не может этим похвастаться, то есть она хоть и там закрытая, но взломать ее несложно. Но народ все равно как бы пользуется, и вроде как люди все думают, что, ну, типа, зачем меня взламывать? То есть вот у люди идут от обратного. Люди не думают о том, что, блин, а меня могут взломать, о том, что, а зачем меня взламывать, в принципе? Я вот никому не мешаю, типа, как бы живу своей спокойной жизнью, я там, типа, вот, как бы, я там, моя хата с краю вообще. И я думаю, что вот до тех пор, пока, мне кажется, все будут думать именно так, то как бы все будут, собственно, подвержены опасности. И, как говорится, а потом, когда тебя все взломают, скроют там деньги, там, квартиру и прочее, за счет того, там, грубо говоря, за счет той же там бэби-камеры, то, может быть, только тогда люди задумаются, что, блин, ни хрена себе, с помощью бэби-камеры они отследили, что никого дома нету, и квартиру взломали мне. Ну да, безусловно, это как то, что ты пишешь в социальных сетях, это тоже того же порядка вещи. Ну, там говорят, там, что если вы все вместе поехали отдыхать, не пишите, что вы все вместе уехали, хотя бы. А лучше вообще не пишите, вот, потому что этим могут воспользоваться там воры и так далее. Или пишите, что как же там наш волкодав один в вашей в квартире будет теперь месяц без нас сидеть. Вот. К нам на помощь вышли воины из Буды. Да, они вышли в прошлом месяце, и все еще на полпути. А время не терпит. Войска султана у порога нашего дома. Надеюсь, вы понимаете это. А чего тут не понимать? Ну вот и хорошо. Все мои приказы исполнять беспрекословно. Разрешаю использовать любые средства. Ваша смекалка и изворотливость спасут Валахию от гибели. Я возвращусь тебя к теме о том, что ты все-таки как бы у нас любитель покупать всякое барахло классное. Вот скажи мне, что ты, кроме Apple Watch, как бы и всяких новомодных крутых штук, что ты купил такого прям вообще вот какую-то мелочь, которая тебе все равно очень понравилась, там, например, за последние полгода? Слушай, ну, во-первых, Apple Watch я не покупал, слава богу. Ну, понятно. Вот. Да. Значит, ты будешь смеяться, но у меня же старческий маразм наступает. Или наоборот, я вступаю в детство, как бы впадаю в детство. Поэтому я так купил, например, проигрыватель виниловых пластинок, даже два, один на работу. Ого. Потому что я теперь винил запускаю в своей программе. Вот. Не знаю, слышат ли это радиослушатели, но мне приятно просто сама по себе процедура. И то, что я а не звукорежиссер, контролирую процесс этот. Вот, и я купил буквально там недели две назад, купил себе магнитолу с кассетой. Правда, ни одной кассеты у меня нет. Вот. Когда-то они были, разумеется, в огромном количестве. Вот, но это так, знаешь, на всякий случай. А вдруг что-то такое? Мне просто слушатели присылают массу всякого антиквариата, хотел сказать барахла, нет, антиквариата, вот. Ну, в частности, вот сейчас я прям смотрю на несколько сотен виниловых пластинок старых, которые мне прислали в основном радиослушатели или друзья в подарок. Вот, и может так и кассеты как-то случайно образуются. Я вот себе купил кассетную штуку. Если возвращаться к твоему вопросу и быть серьезным, я, ты знаешь, вот ты как меня врасплох застал. Я даже, честно говоря, не знаю, что сейчас такого можно купить там. Карманный... Жаль, ты не купил какой-нибудь очередной микрофон. Карманный проектор. IPhone, там, да, карманный проектор там. Или еще что-нибудь такое. Этот, какой-нибудь дрон там размером с сантиметра там. Нет?
Ты будешь смеяться? Нет. Единственное, я хотел, может, я сейчас спалю контору, что называется, я хотел в подарок вот Павлику Кушелеву из Вестинет купить. Ну, знаешь, раньше были модные всякие... Сначала появились вентиляторы USB, потом такая плитка, на которой можно было кофе подогреть. Да-да-да-да. А теперь я увидел вообще фантастическую вещь. Может, я что-нибудь старое сообщу сейчас, и меня все засмеют в твоей программе. Вот, но я увидел USB-холодильник, кстати, о холодильниках. Он маленький, он ровно на одну банку колы. И сам он сделан в виде там банки колы или что-то. Ну, не на одну банку, он в виде банки колы сделан, а он на стакан. Ну, в смысле, если ты виски пьешь, например, очень круто, ты знаешь, так, пум, поставил, и он охлаждается все время. Надо тебе отхлебнуть, раз, открыл. Потому что маленький компрессор внутри стоит. И... Ну, наверное, я не знаю. Обещают. Просто я тебе могу сказать, что я слышал о такой штуки как раз таки в виде сувенирной продукции, например, в разных играх делали. Насколько я помню, чуть ли даже не в Call of Duty или еще где-то, а какая-то была супер-пупер закрытая лимитированная серия, где можно было как раз ее купить с таким холодильничком, на котором был там типа ядерный знак, он как будто такой облезлый, как будто старый, как будто металлический был. И в нем, да, можно было бутылку колы там тоже как раз таки хранить. А, то есть эта вещь, она несколько лет последних существует, как бы, но это действительно такая типа редкость. То есть ее не Я вот видел чуть ли не на Алиэкспрессе, как, ну, что-то я бамы не купил, знаешь, как бывает. А этот карманный проектор-то ты так и не купил себе за последние лет 5? Вот, я как раз начал говорить, что карманный проектор, а потом я подумал, был ли в моей жизни хоть один случай, когда он бы мне понадобился. Ну, вот так, вот не было карманного проектора, вот хоть режь, вот, а он нужен. И не припомнил. Я сидел, вспоминал и не вспомнил. Вот, ну, может быть, нередко вещи сами образуют кейсы. То есть, вот, юзеркейс. То есть, мы, как бы нам было и не надо, это такая любимая история Apple, нам вроде было и не надо, а когда появился этот предмет, нам стало надо. Ну, классическая история – это iPad, который сейчас тихо умирает. Вот. Он не умирает, он просто заполнил свой рынок. Ну, мне кажется, что его съедают большие телефоны. Лопаты телефон. Конечно, iPhone 6s, в принципе, уже iPad mini сожрал. Ну, я что, кадр плюс, да, кадр большой? Да-да, 6 плюс, прошу прощения. Вот, 6s плюс, 6 плюс просто. Просто я-то большой фанат как раз iPad mini именно этого размера, потому что, ну, в силу профессии. Я иногда веду там какие-то телепередачки или видео, какие-то вещи, или какие-то презентации, выступления, шоу, там, ну, такие живые. И он незаменимый абсолютно в качестве папки ведущего. Вот. Блин, я вспомнил, как мы с тобой, когда снимали периодически такие проекты, как в РИА Новостях тебя просили заклеить себе логотип, а ты такой, типа, чё я буду логотип заклеивать? И так все знают, что я с iPad. И в итоге, по-моему, ты так его и не заклеивал. По-моему, да, я не помню. Но, а, кстати, что интересно, на Вестях Нет никогда не просили и не требовали. И у Павлика тоже, по-моему, не требовали. Вот недавно я его увидел совсем с заклеенным яблочком, но оно, по-моему, сквозь заклейку просвечивает. Это очень смешно было. Amazing. Usually shit goes haywire at this point. Oh, I forgot to turn on the... What the fuck was that? I said I'm sorry! Так, я к тебе хотел прийти с последним вопросом. Как бы мы решили в последнее время, как бы, наверное, у гостей это спрашивать, но ты будешь, по сути, у нас первым. Скажи мне, пожалуйста, 3 твоих любимых сайта, которых ты обязательно посещаешь днем. Ну, кроме сервисов и приложений, которые ты запускаешь на айфоне. Вот куда ты заходишь именно? Там, я не знаю, информации или там что-то посмотреть? Слушай, ты знаешь, мне кажется, сейчас уже это довольно давно, что касается и политики, и что касается гаджетов и простых новостей. В общем, это вытеснено соцсетями и подписками на... Ну, ты просто в Твиттере подписываешься, во-первых, на людей, которые читают и пишут, и на издания, которые там пишут, там на какой-нибудь The Verge тот же ты подписан, и не читаешь тонну всякой хрени, открывая их сайт, вот, а просто пролистываешь ленту и читаешь, что
там тебе нравится. Ну, у меня всякие есть подписки от там, я не знаю. Иногда Kickstarter интереснее читать, ну, в смысле, подписку от него, там, новые проекты какие-нибудь интереснее читать, чем издания. Слушай, вот. А тогда давай я тебе изменю вопрос. А назови 3 своих любимых твиттер-аккаунта. Ну, слушай, сложно сказать. Я боюсь здесь как-то выглядеть... Ну, хорошо, я тебе скажу. Во-первых, я с удовольствием читаю Алекс Пацаев, и можно больше ничего не читать про Apple. Вот. Он у нас был в одном из прошлых выпусков тоже. Да, он наретвитит и напишет и даст ссылок миллион, а потом дальше ты пойдешь куда-то еще. Я бы не сказал, что это прямо такой мой любимый, но я тоже много читаю Эльдара Муртазина. Просто очень интересно, что не что происходит в индустрии, а, скажем так... Его субъективное мнение. Ну, ты да, ты другими словами сказал. Я хотел сказать... Как он видит индустрию, скажем так, как он... Нет, не как видит, нет. Как он представляет себе индустрию, это очень интересно. Вот. А ты хорош. Мы же говорим про IT, да, в основном. Ну и чё? Ну, Павел Кушелев, он пишет довольно мало. Я смотрю его передачу так-то и то, что он показывает, делает... Слушай, ты меня прямо в тупик поставил сейчас. Ну давай, последний. Да. Кто тебе больше всего вспоминает? А, ну слушай, ну и iGuides, конечно, я читаю. iGuides это ребята, которые помогали нам делать видеоподкаст Старцы. Мы запускались вместе с ними. Я как-то к ним прикипел. Я бывал у них на презентациях. Не на презентациях, а вот когда они комментируют презентацию Apple, я часто с ними. Вот. Они просто мои друзья, но я как-то им доверяю, иногда издеваюсь. Ты можешь передать привет Дэну Селезневу. Вот, Дэну Селезневу большой привет. Он мой большой приятель. И я его, надеюсь, тоже. Hey, Malcolm. Hey, Critic. Did you know 1/3 of the world's oranges are grown in Brazil? What an odd thing to say. I hear you whispering. Plan on stealing something? Why is nobody talking right today? Plan on murdering me in my sleep? What? No. I know what this is. I know what's going on here. This is the Shyamalizing. Так, а тогда скажи мне, пожалуйста, если ты уж упомянул Старцев нет, то под конец скажи мне, а вообще, что там у вас происходит? Они вообще как-то хорошо идут? Идут ли? Что планируете? Старцы Лайф. Значит, Старцы Лайф, они переживают довольно трудный период, надо сказать. Ну, я не знаю, насколько я уполномочен это говорить, потому что я не хозяин всего этого, я просто нанятый ведущий. Но ну, ты аккуратно так. Делаю это с большим удовольствием. Вот, нет, ну просто там пробовали разные формы. Сначала, ну, Starts Life — это часть большого проекта. Сейчас он называется Geek TV. Раньше назывался Games TV, теперь Geek TV. Вот. И там есть много разных других передач в этом Geek TV. Они еще снимают что-то по заказу и так далее. Вот, конечно, это очень затратная штука, ее надо как-то окупать. Как-то худо-бедно поначалу было на рекламе, на совместных проектах и так далее. Потом, очевидно, эта модель себя изжила. И поэтому ввели платную подписку на весь канал Geek TV, ну и в том числе на Starts Life мы как такой локомотив или там якорный проект, как можно как угодно это называть. Вот. Я поддержал всячески. Я вообще большой сторонник платной подписки и сам подписан на некоторые вещи. Вот. Довольно много на это денег тратится, к сожалению. На слон. Но, тем не менее, на слон, на дождь, там, я не знаю. Нет, не помню еще на что. Ну, в общем, ну как ты тратишься на это дело? А еще всякие Apple Music, Spotify, Netflix. О, нет, нет. Ну послушай, Netflix, iTunes, Google Music, конечно. Ну, Google просто, да? Вот этот их Store. Потом по-бубом. И Яндекс. Обязательно. Ты вообще конечно. Всем сестрам по серегам. Да, ты представляешь? Ну, а они же гады подсаживают. И если бы было в одном месте все так хорошо, но все в разных местах, есть свои уникальные преимущества. Поэтому приходится собаке платить всем. Ну, например, у
iTunes, ну, это очень удобно, это все у меня в айфоне там и так далее, и там у них довольно забавное радио, и очень хорошая, пожалуй, самая крутая подборка там всего, и рекомендации отличные, все. Это я про Apple Music рассказывал. Да. У Гугла есть возможность скачивания. Так у Apple Music тоже есть. Ты знаешь, ты меня сейчас позоришь, конечно, но... подожди, есть, но на твое устройство, внутри iTunes. Нет, ты прости меня, это невозможно скачивать. Это херь. Вот. А ты хочешь, чтобы как бы вытащить на жесткий диск и куда-то утащить? Конечно, да. Тот файл, который ты можешь переслать, это мне нужно по профессии. Это мне нужно, например, поставить на радио, когда что-то, что я не могу там в другом источнике найти. Мы же платим за каждый проход по радио. Какая разница, собственно, она всегда с Google музыки, или я ее выкачал из какого-то другого источника. Мы же за каждое прохождение... Вы же через RAW все это дело оплачиваете. Да, за каждое прохождение музыки платим. Ну, и так далее. Нет, это все равно мне надо по профессии, потому что что-то надо показать, что-то надо отослать там и так далее. Это очень удобно, и я этим пользуюсь довольно часто. Вот. У Яндекс музыки удобно то, что ты, например, можешь собственную подборку всю тоже скачать себе на устройство, но это то же самое, что есть и у iTunes, но... Я как-то уже раньше попал на Яндекс, и у меня там есть собственная радиостанция на Яндексе, радио Александра Плющева, еще когда это было доступно не всем, вот, и там больше 500 композиций, ты можешь, ну, это, естественно, та музыка, которую я тоже слушаю, и ты можешь все выкачать на устройство, знать, сколько это длится, там, ну, и все такое, это, в общем... Важная тоже история. Поэтому всем приходится платить. Вот. Блин, ужасно на самом деле. Но ладно, это то, что касается подписки. Но ты про Starz Life еще можешь что-нибудь нам сказать? Такое, типа, вообще, что у них там вообще наблюдается? Вот, сейчас очень дешевая подписка, насколько я помню. Типа, там, 99 рублей в месяц. Вот, я надеюсь, все-таки выплывем мы. Я не знаю, это лучше спросить у... Дмитрий Баканович, который самый главный там в Geek TV. Вот. Может быть, какие-то бизнес-ходы, там, я не знаю, и так далее. Но я очень надеюсь, что мы переживем вот это прям трудное время, когда никто не хочет платить, рекламы нет. Сейчас, конечно, самый швах и самый ад. Вот. Но ребята все, вот во всяком случае, кто из нас, из четверых, из ведущих, все очень стойко это переносят как-то. Не ропщут, вот, и все болеют за проект. Я надеюсь, что мы как-то вытянем. Трудно, не буду скрывать, трудно. Понятно. Ну, будем надеяться все-таки, что у вас что-то получится, потому что, насколько я знаю, фанатов вообще у вашей программы много, поэтому, ну, зачем людей оставлять без проекта? Как бы, может быть, даже это во что-то превратится впоследствии, даже и другое, но тоже в каком-то интересном формате. Ну, я тоже очень надеюсь, потому что такая уникальная довольно штука, как мне кажется. То есть есть отдельно обо всех этих вещах, которые мы обсуждаем, отдельные блоги. Я не знаю, насколько работает их синергия, вот, и насколько они вместе все сочетаются, но вот мы уже несколько лет это делаем. Мне, например, очень нравится. Вот завтра буду очередной вести выпуск в прямом эфире в 20 часов. Слушай, ну круто, на самом деле. В общем, Саш, спасибо тебе большое, что уделил нам время. Вот, рад был тебя в очередной раз слышать. И, в общем, надо чаще встречаться. Спасибо тебе, да, совершенно поддержу. Успехов вашему подкасту. Извините, что пустой болтовней сегодня украл у вас столько много времени. Надеюсь, вы параллельно занимались чем-нибудь полезным. Нам люди пишут, что они под наш подкаст с детьми гуляют, пылесосят квартиры и играют в игры, и там что-то с собакой гуляют. Ну вот, это отлично. Так и надо. Хорошо, спасибо тебе, Саш, большое. Будем рады тебя услышать. Спасибо, счастливо. Holy shit! He's killing all the non-Nintendo racers! What is he? Some kind of racist? Ну, кстати, возвращаясь к играм, хотелось бы немножечко, совсем коротко поговорить еще про одну вещь, поскольку у нас сейчас февраль, достаточно мертвый месяц будет, когда не во что, блядь, играть, хоть в Лару Крофт. Warhammer End Times Vermintide вышел в Стиме на неделю, анонсировали первое DLC. Я вам так скажу, если у вас есть трое друзей, и вам очень понравился Left 4 Dead 2,
то Vermintide — это вообще отличный клон Left 4 Dead 2 с знакомой эстетикой Вархаммера фэнтезийного и очень-очень классной механикой коопа. Так, а ты мне скажи, там были какие-то проблемы, насколько я знаю, с читерами? Они решились? Ну, как знаю, понимаешь, если в публичные игры заходить, наверное, но я, честно говоря, никогда не заходил в публичные игры. Я вот всегда играл с друзьями, как-то каких-то проблем не испытывал при этом. То есть тут ситуация, наверное, как в Diablo. Можно, конечно, в Diablo консольный, например, нарваться на чувака, который там себе через сейвы прокачал персонажа до 10-тысячного уровня, но если делать игру приватной, проблем не будет никаких. Вот. Плюс еще Vermintide, у него на запуске были проблемы с производительностью, потому что он базируется на движке, новом игровом движке от компании Autodesk, авторы 3D Max. И там были просадки, сейчас их почти нет. К тому же игра запускается на достаточно средних машинах. И если есть желание там вечерком... Xbox One запустится? Ну, кстати, консольную версию они, по-моему, анонсировали. Окей. То есть пока она только на ПК. Пока она только на ПК, но если есть желание вот, освежить свои впечатления в духе Left 4 Dead 2, она не очень дорогая. По-моему, она стоит сейчас 650 или 700 рублей. А во-вторых, она достаточно, как это сказать, простая в освоении. Нет такого, что тебя кидают в какую-нибудь игру с дико сложной механикой и оставляют с ней наедине. Плюс там есть более разнообразные типы миссий, в отличие от Flat 4 Dead, где тебе надо дойти от начала уровня до конца уровня. Например, там защищать какую-то точку или собирать какие-то предметы, пока другие игроки помогают обороняться. Вот. И я очень советую ее попробовать. Звучит совершенно вторично и неинтересно. Как и весь ПК гейминг в целом. Так и хочется сказать. Hey, Agnes, what's up? Who the fuck are you? It's not important. Holy shit, you're Snake. Oh my gosh, you're so awesome. Yes, oh man! Some people call me that. Whoa, Jesus Christ, this is fucking hot! So what's up? I need you to advance the plot. Done and done. Thanks, baby. Need any more sexual tension? No, I'm good. Итак, у нас еще одна тема, касающаяся того, что было в предыдущих подкастах. Это британский таблоид The Mirror на неделе сообщил, что наш любимый Top Gear, который теперь уже не Top Gear, ну, точнее, как... В общем, все сложно. Так вот, голос с галерки не наш, а ваш. Да, да. Короче, Top Gear с новым ведущим Крисом, нет, другим Эвансом Эвансом, может вообще не выйти в эфир с текущим ведущим, поскольку Эванс угрожает руководству канала уйти с проекта до премьеры. Потому что Эванса напрягает, что руководство BBC постоянно лезет в творческий процесс и мешает тому создать шоу таким, каким видит только он, художник. Шоу Эванса. А когда вообще премьера? А вообще премьера должна быть в мае месяце. И, кстати говоря, премьера будет раньше, чем новое шоу Кларксона, Мэя и Хаммонда на Netflix. Но при этом они боятся, что в итоге они запустятся раньше. Потому что проблема просто в том, что, насколько я читал, что Эванс объявил о том, что они запускаются в мае, существенно заранее, как бы, да, и таким образом дал фору Netflix, если те успеют быстрее. Ой, Amazon. Если они успеют быстрее снять и быстрее запуститься, то как бы они тогда, по сути, вообще там надерут жопу вот как раз таки BBC. Слушайте, а вот расскажите мне, как человеку, который, в принципе, не смотрит ни то, ни другое, что лучше? Вот я понимаю, что вы все сейчас топите за то шоу, которое выходит на Amazon, и, в принципе, не очень любите Эванса, но вот с точки зрения, скажем так, потребителя, который не особо разбирается. Вся команда ушла. Понимаешь? Понимаешь, ведь дело не в том, что ушли три ведущих, это было бы еще полбеды. А проблема вся в том, что ушли операторы, монтажеры, режиссеры, продюсеры, кстати говоря. То есть, что всегда... Они все ушли с BBC? Да, они все ушли в новое шоу. Да, они все ушли в BBC за тремя ведущими. И чем всегда был хорош старый Top Gear, это было шоу для людей, которые
понимают автомобиль не на уровне. Вот это вариативная коробка передач, которая, естественно, переключает передачи очень точно, если вы можете посмотреть, как эта шестеренка ходит. Это никогда не было шоу вот такого порядка. Всегда было шоу для людей, которые любят машины, но любят именно машины. На картинках, на постерах, им вообще в принципе насрать, что там внутри. Такие самые казуалы. Это шоу про car culture, то есть вот автомобильную культуру в первую очередь, и во вторую про характеристики машин. Вот. А новый Top Gear, как сейчас становится понятно из инсайдерских сливов и общего настроения, должен быть как раз таким вот шоу, где... А сейчас вы можете наблюдать машину за 5000 фунтов стерлингов, которая сделана в очень подобающем стиле для этой суммы. Посмотрите на эту фактуру пластика. Ну, то есть ты понял. Ну, я к тому, что для потребителя, наверное, для простого зрителя подача, да, которую пропагандировала троица предыдущая, она была гораздо лучше. Поэтому Top Gear стал самым популярным шоу BBC в мире. Просто вопрос в том, что Хаммонд и компания, они хотят сделать что-то новое, как я понимаю. А Эванс хочет оживить старый Top Gear, который был до этого. До перезапуска Кларксона, да. Да. И это на самом деле не очень, потому что таких шоу уже достаточно много. И самое главное, ведь помимо Top Gear британского, не стоит забывать, что есть Top Gear мировые, которые производятся по франшизе. Они такие, но это будет очень смешно, если американский Top Gear в итоге окажется лучше, чем британский перезапущен. Я думаю, что так и будет, поэтому на самом деле особо париться не нужно. Посмотрим, что делает Эванс, посмотрим, что делает Кларксон. Но мне кажется, что Кларксон, конечно, уж с таким-то бюджетом в 10 раз выше на каждую серию. Да еще и, знаешь, такой типа, да я вам сейчас пидора покажу, как бы вот с таким запалом. Я думаю, что они сейчас там сделают вообще какую-то ебанистическую историю, а Эванс, собственно, обосрется, как бы вот. В итоге Эванс выпрут с позором, хотя на самом деле он ничем особо не виноват, потому что он просто ведущий, который для этой истории не подходит. Ну да. Вот. Между молотом и наковальней оказавшийся. Да, как бы. А там чуваки с Top Gear будут думать, что какие же мы пиздец вообще упустили супер крутую там вообще команду. И возьмут, сделают какое-нибудь или новое шоу, или вообще забудут, типа, как будто не было Top Gear. И запустит очередной, там, типа, как это, British Idol какой-нибудь. Короче говоря, это танцы. Такая же история, как Макс и предыдущий подкаст наш. Окей. А чья машина? Не знаю. Не знаю? Угнали, что ли? Да, наверное. А вы сколько сегодня употребляли? Не знаю. Вообще ничего не знаете, да? Нет. А кто у нас президент Российской Федерации, знаете? Да, Путин Владимир Владимирович. А тебе еще раз о говноедах. Шутка! Не, на самом деле мы говорим про Sony. Sony, они иногда бывают говноедами, но 50 на 50. Я уже несколько раз говорил о том, что быть владельцем консоли от Sony и не хуесосить консоль Sony просто невозможно. Быть владельцем консоли от Microsoft и не хуесосить Microsoft просто невозможно. Да. Поэтому, пацаны, и только с Wii U. Выбирайте ПК. Ты просто ПК. Не имеешь ее. Выбирайте ПК. Это лучшая консоль, что вы можете купить за деньги. Для учебы. Естественно, для учебы, иначе мама не купит, ты что? Ладно, в общем, компания Sony, которая перестала делать компьютеры для учебы и делает теперь только консоли под брендом PlayStation, причем портативные, кстати, тоже больше не делает. Почти. Вот, в общем, они объединились теперь в одну компанию, специально выделенную, которая называется Sony Interactive Entertainment, и они, по сути, как бы раньше, как бы, по сути, вообще весь PlayStation собирался в виде сервисов, в виде игр, в виде того, в виде сего, среди разных компаний. Теперь они, по сути, как бы все, что связано с PlayStation, объединили в одну единственную компанию, которая называется Sony Interactive Entertainment. И если раньше, например, там игры могли производиться там Sony Computer Entertainment, Worldwide Studios, то, например, там какие-нибудь другие игры могли производиться там Sony Online Entertainment, и в том числе как бы различные новые продукты могли там делаться вообще в чем-то третьем. И теперь они как бы вот сосредотачиваются четко на PlayStation, одна единственная компания. Но самое главное, что стоит здесь отметить,
Это то, что, о чем говорил Макс до этого тоже, что Кас Хирай, по сути, переводит практически все, что связано с PlayStation, и если уж по чесноку, то даже вообще в целом вообще Sony, всю прибыльную Sony, так скажем. Да, всю прибыльную Sony переводит потихоньку в США от японской части Sony, который, как вы помните, ее менеджмент потихоньку привел вообще компанию в состояние стагнации. Вот. А как бы даже, я бы сказал, убытка и некого краха местами. Но на данный момент вот есть прибыльные действительно части Sony. Это в первую очередь PlayStation, и во вторую очередь это производство сенсоров. И в целом фотобизнес как таковой. Фотобизнес как таковой, да, в том числе и сенсоры, как вы знаете, во многих айфонах стоят как раз-таки Sony Exmor. Да почти во всех смартфонах стоят Exmor или производные от Exmor, так или иначе. Да. И вот производство как раз этих самых сенсоров является тоже очень прибыльным бизнесом для Sony. И в том числе, насколько я знаю, остальные бизнесы, вроде как телевизоры и прочая бытовая техника, ее они пытаются восстановить, смартфоны пытаются восстановить более-менее, но пока как бы с переменным успехом. Вот, посмотрим, что там будет. Кстати, совершенно отвлеченная история. У меня тут подруга недавно, которая Лина Молотова, может быть, вы знаете ее, да, по Твиттеру. Купила... Детектив Пикачу. Короче, да. Короче, ей, кстати, ей лучей здоровья, потому что она сейчас в Индии умудрилась въебаться на скутере, короче, в тачку, и у нее гематома на правой ноге, по-моему, как бы там вообще дичайшая хрень какая-то происходит. В общем, не суть. Дело в том, что, короче, она завела с новым Sony смартфоном Z4, по-моему, Z5. Нет, она обзавелась Z4. Нет, по-моему. Z4 нету, Z3 есть. Короче, вот она обзавелась то ли Z4, который Z3 плюс, то ли прям Z3. Вот. В общем, она обзавелась одним из этих смартфонов, и она такая говорит: ну, типа, новый, прям совсем новый, типа, туда-сюда. Я такой говорю: да ну как же новый, типа, если он, по идее, там вышел, типа, хуй знает когда. И тут она говорит: да не-не-не-не-нет. И я такой реально взял, пошел, посмотрел в Википедии вообще все Z-ки от Sony, которые Xperia. И я был в шоке, пацаны. Sony выпустила 5 поколений Z-ок, в том числе Z4, которые по сути Z3+, за последние чуть ли не 2 года. Да, у них отвратительный пайплайн. Я тебе как владелец говорю, нескольких Sony. Да. И они действительно просто заспамили рынок своими флагманами, окончательно запутали даже лояльных потребителей. Ты представляешь, ты берешь, короче, покупаешь себе пиздатый новый Z3+, который типа апгрейднутый там Z3, он же Z4 там на японском рынке, короче. Ты покупаешь его и такой думаешь: нихуя себе, супер крутая модель, как классно, вообще туда-сюда. И через 3 месяца, там, типа 4 месяца, анонсируют Z5. И ты такой можно? Думаешь, вы что, охерели, что ли? Можно я как владелец Xbox сейчас посмотрю, если смешно. Ну давай. Кстати говоря, еще про всякие интересные новости недели. Давайте обсудим слив недели, на мой взгляд. На Reddit и опять появился... про игры! Опять слава про тебе, игры! Господи, пацаны, вы так хотели! Обсудим слив недели. Быстро. На Reddit появился пост. И, на мой взгляд, он вообще очень достоверный. Фейк. Нет, на мой взгляд, это достоверный все-таки пост про то, что Electronic Arts планирует в разработке игру Star Wars Imperial Commando, которая выйдет в ноябре 2017 года на всем NextGen'е, включая Nintendo NX. И этот Imperial Commando является прямым сиквелом легендарнейшей, на мой взгляд, Republic Commando. Совершенно. По-моему, там писали о том, что как раз-таки он не является прям совсем уж прямым сиквелом. Типа, он такой, как бы, по мотивам, можно так сказать. Хотя герои там, по-моему, те же самые. Конечно, герои там те же. Сейчас, пацаны, как фанат Republic Commando. Я не люблю Звездные войны, но я обожаю Republic Commando, потому что это просто лучший шутер, что был в 2005 или как он там, в 2006 году. В 2005. Я сейчас просто кончил. А я Jedi Knight любил в свое время очень. Нет, самое крутое во всей этой новости, помимо того, что, собственно, сиквел выйдет, это то, что создается он с упором на компанию. И компания там, по информации с Reddit, будет аж на 20 часов.
несмотря на то, что будет мультиплеер, будет кооп на 4 игроков. Ну, я думаю, что в этом и есть фишка, что они как раз кампанию сделали длинной, потому что там есть кооп. Я думаю, что вот так вот. Ну, интересно будет посмотреть, как это будет реализовано, потому что если ты, Тимур, играл в Republic Команда 1, ты бы знал, что там отличная игра разложена на игру с NPC, на самом деле. Однокнопочные приказы, контекстное меню очень удобное. И, честно говоря, вот тактического шутера более интуитивного, на мой взгляд, и не выходило после. Слушай, ну это как Battlefield. Ты говоришь чуваку, короче, ну, дай мне патроны, а он тебе в голову хедшот, и ты умираешь. Это типа того. В Republic Команда до сих пор достаточно умные боты. Когда ты, например, приказываешь ему снайперить, он реально становится снайперит и даже стреляет точно. Вот. А потом из нововведения обещают технику. Причем она встречаться будет так же часто, как в Halo. То есть это будут отдельные арены, видимо, спроектированные под технику. Будет частичная разрушаемость. Вплоть до того, что можно будет выстрелить в стекло и противника засосет в открытый космос. Все и это на Frostbite в каком-нибудь 4-м стопудово. Да. Да, кстати, я могу сказать, что примерно похожая история была в надвижке Эйфории в... Как он назывался-то? Force Unleashed. Force Unleashed, да, там точно так же можно было выстрелить, короче, в окно в космосе на космической станции, и там типа такая дырка, все высасывает, там хуяк и закрывается железный занавес. Тут то же самое. Говно под названием Chaser умело это еще в 2002. Ну и мы уж не говорим про Dead Space. Да. Ну, а собственно... Dead Space это клево было сделано. А вот, собственно, слив такая мини-катсцена. Он базируется на том, что информатор — это разработчик специального приложения. Якобы. Якобы, да. Ну там приложение, сайт и вообще целая типа история, целая там и сайт, и приложение, и все вместе было. Да. Но единственное, что прежде чем Дима, да, что называется, покрывать себя всякими жидкостями от восторга, надо иметь в виду, что это слив с Reddit, и всю информацию надо делить на 9000, если не больше, штурмовиков. Вот. Но вообще, в принципе, слух выглядит достаточно достоверным. Во-первых, потому что EA в этом году не будет присутствовать на E3, и вместо этого будет организовывать собственное шоу на несколько дней. Они вроде как должны показать некую RPG по Star Wars. Да, во-вторых, как бы, по утверждениям... Я только, правда, не представляю, какую RPG. Вот то же самое, как вот, типа, Котор. СВТОР, как бы... Может, сиквел, почему нет? Котор 3. Потом, по утверждению разработчика этого приложения, якобы, игру делает некая студия в Остине, а в Остине у EA только одна студия, BioWare Austin, и они не так давно наняли Дрю Карпишина, сценариста Которов. Не вот. Только Которов, но и Mass Effect, первого и второго. И, в принципе, если косвенно пораскинуть, все сходится. На самом-то деле, если задуматься. Но это, знаешь, это вот тот слух, из которого они хуёво было бы. Вот это реально именно такой слух. Релиз в ноябре 2017-го, пацаны, ну камон, за 2 года до... Какой? За год. Это следующий год. Это нормальный релиз, это нормальный анонс. Это значит, что её делают уже 2 года, понимаешь? Да, это нормальный анонс абсолютно. На самом деле мы немножко привыкли к скороспелым анонсам, когда летом анонсируют Fallout, а осенью он уже выходит. Я, кстати, напомню, почему вот мы говорим о скороспелых анонсах. Дело в том, что этот чувак, Макс этого не сказал, но дело в том, что он разработчик не только приложений, но и сайты вообще в целом. Да. Истории, которые связаны с ARG, то есть специальной игры, такой типа в реальности, которую запустит ИАК. Она будет посвящена как раз Звездным войнам для фанатов, которые должны будут с помощью смартфона в реальной жизни ходить там типа по городам, по всяким местам, искать вещи, связанные с этой игрой, и таким образом там типа раскрывать все больше и больше информации об этой игре. В общем, смысл в том, что вроде как она стартует аж в феврале. И естественно, что осталось там, типа, ну, пару несколько там недель, да, 1, 2, 3, 4, в течение которых мы узнаем, правда это или правда. Нет. Да. Так я ставлю 50% на то, что это фейк. А я 50% на то, что это правда. Ну, зачем завел чужую машину-то? Покататься хотел? Получается так. Ты ж уже катался, да, по-моему, не так давно? Что-то... На 2 года условно, по-моему, накатался, да? Да, Toyota Corolla. Ну и что, мысли какие по этому поводу? Уверен, минимум как на 5 лет. Это грустно или весело? Это печально. Печально, да? Ну все. Кстати, о нормальных консолях.
Quantum Break, эксклюзив православная консоль для Xbox One, получил возрастной рейтинг в Бразилии. Шикарно, классно, да, я жду эту игру, давай, да, вот выходит. Для ПК. Это был чуть ли не единственный эксклюзив Xbox One, который не был заявлен для компьютеров на базе Windows, но тем не менее он получил рейтинг 16+. И мы так подумываем, что, наверное, все-таки это правда, поскольку это опубликовано на сайте gov.br, то есть правительство Бразильской Федерации, хотел сказать, неважно. Записывайся в Бразильскую Федерацию, спасибо, Буэнос-Айрес, извините. Но так или иначе, если честно, это, конечно, вполне логичный и нормальный вроде как шаг. Вполне нормальный шаг, пацаны, как бы, потому что Microsoft, я думаю, они поняли, что в этой битве им тяжеловато будет выиграть. И, естественно, как бы так как они все-таки монополисты, как бы практически почти что в одной из сфер, как бы в одном из игровых направлений, то есть это ПК гейминг, то они поняли, что, почему не выпустить на ПК, как бы, тем более, что если уж на Xbox ее купит там 2-3 миллиона человек, на ПК еще там 2 миллиона, там полтора купит. В общей сложности, подумаешь, вот 3-4 миллиона они продадут. Why not, как бы, это неплохо, неплохой результат на самом деле. Я думаю, что Microsoft уже должны были запустить астероид, чтобы уничтожить Буэнос-Айрес. Но на самом деле, если чуть-чуть отбежать назад... Это Аргентина, Буэнос-Айрес. Какая разница, это все федерация, а ты не гражданин, чмо. Бразилия, хуилия, кого ебет вообще? В любом случае, Quantum Break раз получил рейтинг для ПК, значит он выйдет на ПК, значит Xbox One нахуй не нужен. И новость часа, я отдаю свой Xbox не за деньги, пока просто так, но думаю, что... Тимуру, да, я поиграю в Лару Крофт, да, пацаны. Чего, куда, подожди, ты же мне обещал. Тёлки какой-нибудь, пацаны, блин. Пацаны, у нас сейчас тут драка будет прямо в подкасте. Я прошу принимать ставки наших слушателей. Проблема не в драке, проблема в том, что драка из-за Xbox. Как низко мы пали. Мы начали скрести дно, но тут постучали снизу, да? Нет, на самом деле, Quantum Break, наверное, мог бы вытянуть каким-то образом Xbox из того дна, в которое его опустили. У меня нет претензий к консоли, она пиздатая, она хорошая, она замечательная, иди в жопу, Тимур, но проблема в том... Но она просто хуже. Дело даже не в том, что она хуже, дело даже не в том, что на ней мультиплатформа хуже работает. Проблема в том, что Microsoft всеми силами, я не знаю, зачем они это делают, они всеми силами хоронят мой любимый Xbox, просто берут и говорят, что идите в жопу, играйте на ПК, идите нахер на ПК 4К, а на Xbox 720p в лучшем случае. И, в принципе, это не прибавляет продаж, наверное, тому же самому Xbox. Ну и плюс. И кажется, что, наверное, мы какой-то сонибойский подкаст, который изо всех сил топит за Sony. На самом деле нет, пацаны. Вот честно, мы топим за любую консоль, которая... За разнообразие. На самом деле разнообразие — это хорошо в любом случае. Я топлю, на самом деле, за хорошие игры. Я уверен, что Quantum Break получится более-менее хорошей игрой. Но проблема в том, что когда ты позиционируешь свою консоль о том, что она будет... такой весь, все из себя пиздаты, на них будут выходить такие игры, которые никогда в жизни не выйдут ни на PlayStation 4, ни на ПК, и ты поэтому ее купил, и тебе вдруг внезапно говорят, что, знаешь, чувак, а давай мы, короче... Все твои игры выйдут на ПК. Да, все твои игры выйдут на ПК, в них будут играть идиоты, которые за игры вообще не платят ни копейки, зато они будут играть в нее в 4К, а ты будешь как мудак играть в нее на 720p, и она у тебя будет тормозить как ебаное говно, а у них она будет работать идеально. Это как-то не прибавляет уверенности в том, что Microsoft делает что-то хорошее, вот честно вам скажу. То есть, я не Sony Boy, мне насрать было всю жизнь на PlayStation, у меня всю жизнь было Xbox 360. Но, блядь, после вот этих вот телодвижений, после того, как перенесли, я не знаю, там какой-нибудь тот же самый Tomb Raider, который вышел сейчас, вот, блядь, буквально сегодня он вышел на ПК, Rise of the Tomb Raider, спасибо большое, Microsoft. Слушай, я не удивлюсь, если на PS4 он выйдет там в марте-апреле, на самом деле. Как называлась эта игра, Recode или... Record, которая тоже якобы эксклюзив для Xbox One, а он тоже выйдет на ПК.
И по слухам, пока еще не подтвержденным, но тем не менее, Master Chief Collection и даже, наверное, Halo 5 и Gears of War ремастеры тоже могут выйти на ПК. Не, ремастер-то уже официально анонсирован даже. Это да, все, вот все вот эти истории, они не прибавляют уверенности в том, что Microsoft делает что-то, блядь, правильно. Вы извините, пацаны, у вас джойстик пиздатый, у вас консоль более-менее нормальная, у вас, в принципе, даже игры были хорошие, но вы взяли и все, блядь, просрали в мусорное ведро. Слушай, да они срать ебали, ты винду купи. Но она же бесплатная, Тимур, она же бесплатная пока. У меня куплена винда. Да, ну камон, как бы здесь вопрос в другом. Вопрос в том, что им посрать вообще. Понимаешь, ты купи игру на винду, как бы там более-менее вменяемые продажи. Ну там 1-2-3, как бы, ну окей, хорошо, шикарно, давайте, идите, покупайте. А Xbox, ну, хороший бонус, как бы, но они уже поняли, что, ну там, трепыхаться бессмысленно. Понимаешь. Ладно, короче, чуваки, на самом деле, давайте не будем топить за какую-то консоль, как бы мы уже прям заебались повторяться, что мы не сонебойский подкаст. Просто проблема в том, что PlayStation в последнее время, как бы, они заняли такую выжидательную позицию, и они скорее делают как? Они такой реакшн делают. То есть у них все время там Sony делает какое-то определенное действие, которое является, по сути, реакцией на действия Microsoft или Nintendo, или там ПК гейминга. То есть там Microsoft говорит, что типа вот мы там сейчас выпустим какую-нибудь херню, как бы, да, Sony говорит, а мы выпустим херню лучше, как бы, вот и все. И как бы в этом плане у них хорошо получается делать. Вот. А у Microsoft в последнее время, как бы, вот печалька, как бы, при том, что они хорошо поддерживают ПК-гейминг и, в принципе, двигают его вперед. Может быть, понимают того, чего не понимаем мы, что на самом деле за ПК-геймингом будущее. Но хз, посмотрим. Может быть, так и получится. Добрый день, меня зовут Филимонов Сергей Викторович, 27 лет. А я не знаю, что еще говорить. Работаю по строительной специальности, закончил техникум строительный. Занимаюсь вокалом, в студии хожу. Сейчас болею гриппом. Кстати, о ПК-гейминге. Тут наш замечательный, суперлюбимый вообще человек по имени Сергей Галеон. Серега! Который на выставку Ван Гога водил меня Серега. Тихо. Ладно. Он же на самом деле славится в первую очередь тем, что как бы не только там своим блогом и прочим, как бы, но в мире особенно как бы своим проектом Steam Spy. Божественный V8. Steam Spy. Ангел сгорания. На самом деле Steam Spy — это очень крутой сервис, и я просто вообще преклоняюсь перед Сергеем. Я считаю, что это вообще вот то, что он сделал, то, что у него пришла идея, и он ее круто реализовал вот так вот. И то, что он ее смог продвинуть и раскрутить, я считаю, что, блин, это вообще вот это дичайше круто. Просто. Я вот честно тебе скажу, я ненавидел Галенкина до определенного времени. Но потом я, когда я с ним познакомился вживую, с ним как бы какое-то время там начал общаться, я реально как бы очень сильно зауважал. Он реально очень крутой чувак, конечно. Но к чему вообще все это? То, что он недавно публиковал интересные как бы цифры, которые он, кстати, взял там из других исследований, о том, что вроде как ПК-гейминг по количеству прибыли, которую привлекает он в течение года, он существенно перегоняет консоли и примерно на одном уровне вместе с мобильными играми. Да, чтобы вы понимали количество денег, топовая игра на ПК заработала где-то 1,2 миллиарда. 1,6, да. 1,6 миллиарда. Полтора Инстаграма, я напоминаю, кстати, про нашу главную мерилу. Да, 1,6 миллиарда долларов, а главная игра на мобилах, которая заработала 1,2 миллиарда долларов, тоже, в принципе, очень сильно отстает от сраных 300 миллионов наоборот, долларов. Наоборот, они перегоняют их как раз-таки. Но 300 миллионов долларов всего на консолях заработал у нас кто там? Call of Duty, да. Но я вставлю шпильку во все эти данные. На мой взгляд... Я сейчас 5 шпилек вставлю. Да. Все это, конечно, хорошо, но если посмотреть на мобильный ПК-шный список, мы увидим в топе бизнес-модели, обутые в геймплей. Когда все-таки на консолях мы видим, ну, игры. Ну вот ты знаешь, я даже Сергею написал по этому поводу в ответе, как бы, о том, что на самом деле в ПК рейтинге среди 10 игр
только одна обычная стандартная игра. Все остальные игры это по сути e-спорт дисциплина. Ну, бизнес-модели, я и говорю, это. Ну, не надо уж так прям обзываться бизнес-модели, но это, по крайней мере, это реально e-спорт дисциплины. То есть это чистой воды e-спорт игры. Или фри-то-плейные, или не фри-то-плейные, как бы, но как бы близкие к этому, но так или иначе, это чистой воды e-спорт. Вы еще забываете о том, что помимо того, что это игры, которые либо ММО, которые ты платишь за подписку, либо e-sport, который ты платишь за какие-то определенные фишки, которые дают тебе не, скажем так, игровое преимущество, а визуальное преимущество в игре, либо free-to-play, это еще и старые игры, старый пиздец. League of Legends, которая вышла в хуй знает пойми каком году. Counter-Strike, да. Вот эти все игры, которые мы видим в топе Steam последние лет так 5, наверное, они зарабатывают бабло. Все понимают то, что действительно, да, это бабло, но проблема в том, что на тех же консолях это игры более или менее новые. По крайней мере, там есть спортивные игры, которые зарабатывают определенное количество денег, но это игры 2015 хотя бы года. Либо как Call of Duty, это игра 2014 года, Advanced Warfare, которая вышла тогда в ноябре. Но она в самом конце 2014, по сути, да, и сгенерировала почти все продажи как раз в 2015, собственно. Но я к чему как бы скажу еще и очень интересную штуку, что кроме e-спорта, что если вы посмотрите, как бы, то это же цифровые копии только. И как вы знаете, консольные цифровые продажи составляют 1/10 да, от очень маленький реальных процент. Продаж. Реально вот 10% считается, что составляют они. И если вы подумаете, что $300 миллионов сгенерировала там первая игра в рейтинге, это значит, что сгенерировала она просто так в ритейле. Миллиард триста. Ну, как бы, ну, даже не так. Как бы, я думаю, что близко к 3 миллиардам, то есть несколько миллиардов долларов. А если, ну, для Call of Duty это на самом деле не проблема. Я сомневаюсь, что там прямо напрямую действительно 3 миллиарда долларов, но я думаю, что 1.5 миллиарда долларов она как минимум сгенерировала выручки. Потому что Call of Duty вообще уже со времен Modern Warfare 2, насколько я помню, генерирует миллиард выручки каждая часть. Но тут еще есть момент, что колда, в отличие от многих других игр консольных, все еще является, если не киберспортивной, но все-таки чемпионатной дисциплиной в том числе. Слушай, там все остальное, включая Battlefront и там GTA и прочее, как бы там все эти игры есть. И вопрос в том, что как бы все эти игры, они, грубо говоря, в 3-4-5 раз меньше как бы получили денег, там, чем ПК рейтинг, да. Но при этом, как бы, если мы понимаем, что эта часть на самом деле является 1/10 от ритейла. И плюс еще мы складываем цифру плюс ритейл как бы вместе, то ПК гейминг, конечно, ну не то, что он мертв, как бы, да, я бы так не сказал, как бы, потому что это был тезис как раз-таки Сергея о том, что ПК гейминг мертв. Нет, это не так. Но просто ПК гейминг имеет свою специфику. Консольный гейминг ушел совершенно в другую сторону, а ПК гейминг ушел в свою сторону, вот и все. ПК гейминг в данный момент представляет из себя просто-напросто вот тот самый топ e-спорт игр. Где и он же примерно повторяется в топе Стима. Люди играют там в Доту, в старые игрухи, которые они купили на распродаже, и как бы там в другие там всякие ММО, фри-то-плей там и прочие истории, там, да, тот же самый World of Tanks, который имеет совершенно просто феноменальную популярность там среди жителей России и СНГ. Но это не игра в стандартном понимании ее. Как бы тот же самый там какой-нибудь там, та же самая GTA 5 там, или там Battlefront или Call of Duty, как бы это совершенно другая история. Вот и все. Заканчивая вопрос про Галенкина, скажем так, Сергей сейчас заканчивает работу в Wargaming, и с понедельника он начинает работать в Epic Games. Пожелаем ему удачи, и в принципе надеемся на то, что Эпики в этом году представят что-то совершенно замечательное и клевое. Хотя мы примерно представляем то, что они нам покажут. Слушай, у них очень, очень крутая моба. Вот они, собственно, как бы Галенкин, говорят, будет заниматься как раз-таки этой самой мобой в Восточной Европе. И мобы, если честно, как бы, ладно, еще я, в принципе, не люблю мобы как таковые. Но, блин, выглядит она, конечно, пиздец. Ну, то есть, очень красиво. Значит, я сама продаю билеты, я сама это организовываю. Давай плати. Кому? Зачем? Для дармоедов это приводит к взяткам. Всегда приводило к бардаку.
Расскажу вам, пацаны, про The Witness. Это игра от Джонатана Блоу, который сделал игру The Braid. И уже одна известная студия готовит русскую локализацию, собирает на нее деньги. Она называется «Свидетель из Фрязино». Сериал выйдет на НТВ. The Witness на самом деле представляет собой достаточно странную, честно сказать, игру. Я играл в нее не очень долго, то есть где-то около двух, может быть, трех часов. Скажем так, остров, в котором он очень сильно поделен на сегменты, в котором есть сегмент, я не знаю, там, с березками, елками и всем таким прочим, а есть сегмент, где у вас растет, где растет сакура, есть сегмент, где какой-нибудь замок, есть сегмент, где какой-нибудь, там, не знаю, лодочная станция и прочее, прочее. Но вся игра, вообще абсолютно вся, представляет собой хождение по этому острову, на котором вы находите такие панели с загадками. Загадки похожи на, я не знаю, если видели, наверное, в журналах или там в газетах, типа «Выйди змейкой из лабиринта». То есть от точки А до точки Б пройди через лабиринт. Вся игра, абсолютно, блядь, вся сделана на основе этих панелей. Но прикол ее как пазла сделан в том, что помимо панелей, в которых вы заходите, которые решаются достаточно просто и легко и понятно, есть еще моменты, когда, например, визуальная составляющая острова помогает вам решить пазл. Я не хочу очень сильно спойлерить, поскольку это, ну, раскроет вам секрет некоторых загадок The Witness. Но самую основную, которую вы встречаете буквально там через 10 минут игры, это загадка с деревьями. Я вам объясню. То есть вы подходите к панели, и там нарисовано нечто ветвистое. Допустим, там, не знаю, 12 или 13 ходов, куда вы можете сходить. Соответственно, что вам нужно сделать в этот момент? Вы осматриваете вокруг окружающую вас обстановку и видите деревья. И на определенный момент вы замечаете, что у вас количество веток на дереве, допустим, равно 12. И на 11 ветке растет, не знаю, там, яблоко, к примеру, да? И вы проводите вот своей змейкой, которая на панели у вас проходит, вы проводите именно на 11 ветку вашего якобы нарисованного дерева. То есть все решения загадок, практически всех, не всех, но практически всех, скрываются в визуальной среде. За счет этого, в принципе, набор пазлов, который, наверное, даже через месяц или через два месяца выйдет на iPad, то есть это достаточно такая простая, очень сильная игра, он производит некое такое впечатление, скажем так, игры, которая кажется большим, чем она есть. Ну, то есть, грубо говоря, вы приходите в какой-нибудь замок, вы смотрите, как выглядят, не знаю, дома или там выглядят как стены этого замка, и вы из этой информации понимаете, как вам решить квест, как вам решить загадку, которая здесь есть. Я понимаю, что это звучит несколько сумбурно, но The Witness на самом деле имеет очень достаточно странную кривую сложности. Она очень легкая в начале. То есть буквально первые 10-12 панелей очень-очень легкие. То есть их решит даже полностью дурак просто настоящий. Но буквально через там 10-15 панелей кривая сложности резко растет, и ты не понимаешь, что делать. И это происходит в игре постоянно. То есть у тебя вся суть остается в одном и том же. Ты должен провести свою линию из точки А в точку Б, но при этом у тебя могут быть линии, которые пропадают, линии, которые надо проводить одновременно из двух сторон, линии, которые разного цвета, линии, которые идут в обход между белыми и черными квадратиками, линии, которые можно вести только по определенным правилам. И так построена вся игра. Сейчас в игре что-то около 300 или 400 загадок.
И, в принципе, для любителей пазлов это, наверное, ну, скажем так, не самая хорошая игра для любителей пазлов. Я вот, например, не могу сказать, что я доволен ценой на PlayStation 4, поскольку она стоит там 2300 рублей, что-то около того. Но на ПК она стоит 700, я советую взять на ПК, если вы любите пазлы, если любите загадки. Но проблема в том, что с точки зрения пазлов, тот же The Talos Principle гораздо более интересен. А здесь игра ориентирована именно на загадки. То есть ты в определенный момент просто не понимаешь, что тебе делать, куда тебе идти, какие загадки решать и что это дает. Вот это самое важное. Поскольку The Witness — это, ну, некий такой open world, ты можешь ходить по всему этому острову, решать какие-то загадки, и каждый раз, когда ты решаешь загадку, должен понять, что она тебе открыла. Ты решил загадку, там, не знаю, с мониторами, они тебе открыли вход, там, не знаю, на какую-нибудь лестницу. Ты решил загадку на лестницу, они тебе открыли вход в какой-нибудь замок, и так далее, и тому подобное. Причем игра, в ней нету ни музыкального сопровождения, в ней нету ни какой-то предыстории, в ней нету практически ничего. Те мельчайшие подробности сюжета, которые вы находите, они разбросаны по всей игре в виде диктофонов, которые разбросаны в самых неожиданных местах, их еще надо поискать. И зная, в принципе, Джонатана Блоу, который сделал The Braid, скорее всего, его игра вообще не то, чем кажется, поскольку Braid, который представлял собой платформер в стиле Super Mario, только с возможностью перематывать время, он рассказывал про атомную бомбу. То есть это уже было известно после того, как люди поиграли, соотнесли 2 плюс 2 и, в принципе, из сюжета выстроили какую-то свою историю. Так вот, Дим, мне уже так скучно, что ты даже не представляешь. Сучка ты. Так вот, The Witness, в принципе, наверное, расскажет что-то очень странное. Дай сюда! Я первый увидел! Вот же он! Далеко улетел! Спасибо, Вупси! Ничего не знаю. Я нашел, значит, мое. Да это Лунтик сделал! Отдай сейчас же! Ничего, Кузя, пускай забирает. Да, нам вернули даже 2015 год, хоть и у нас нету саможашнуровывающихся кроссовок, они есть только там у нескольких человек всего. Нам возвращают Делорианы. Дело в том, что компания, которая в свое время купила Делорианы, ну, то есть, по сути, завод как бы по их производству и ремонту, они очень-очень-очень-очень-очень давно хотели и планировали открыть вообще производство этих самых Делорианов, но до этого у них максимум, что получалось, это делать ремонт этих самых Делорианов или периодически делать так, что, например, они могли собрать из говна и палок, как бы, типа, почти что новый Делориан, и вам его продать за 45-55 тысяч долларов. Но сейчас они объявили официально, что с 2017 года они очень-очень постараются запустить реально настоящее производство тех самых Делорианов, причем они будут практически ничем не отличаться от того варианта, который выпускался 30 лет назад. И максимум, что они будут оценивать спрос и постепенно будут понимать, как бы, что можно улучшить в узлах без того, чтобы как бы, там, как-то нарушить работу машины. И, возможно, в машине будет что-то новое. Вот. Если честно, я бы не отказался от какого-нибудь, конечно, Делориана, который там работает типа на гибридной установке там, или вообще электромобиль. Но я боюсь, что, учитывая, что сам по себе Делориан обещали они, что он будет чуть-чуть ниже, чем 100 тысяч долларов, я думаю, что какой-нибудь электромобиль в виде Делориана будет стоить там 150 тысяч долларов. Как бы. Если честно, конечно, это жесткотека и очень-очень дорого. Мы к такому не готовы. Более того, сейчас восстановленный в очень хорошем состоянии Делориан, а я напомню, что у него корпус из нержавейки, и поэтому, как бы, там нету проблемы коррозии, как у многих старых машин, можно взять за 40-50 тысяч долларов. Ну и, говоря о говноедах, в этот раз уже, кроме шуток, на Ютубе совершенно неожиданно возникла очередная драма вокруг, в общем, механизма определения авторского контента в видео, и копирайтеры стали резать видео пианистов, которые играли в Вивальди.
Ну, то есть, как бы, когда уже полный пиздец. Да, потому что, ну, как бы, мало того, что Вивальди умер очень давно. Вот. Ну, на самом деле, это жесткотека, как бы, хотя бы просто потому, что очень многие люди знают, что, что Вивальди, что Моцарт, кстати, за Моцарта тоже банят. А, в общем, они на самом-то деле, в принципе... Национальное достояние. Ну, считаются национальным достоянием, да. Поэтому их музыку, например, очень часто можно во многих местах и многих магазинах, даже электронных, скачать бесплатно. Конечно, конечно. Вот. А тут некая компания под названием WMG, то бишь Warner Music Group, решили, что можно банить за это дело, как бы, и они начали резать видосы, как бы делать копирайт-страйки, соответственно, их закрывать, короче, где просто обычные люди просто берут пианино и просто играют это самое музло. Вот. В том числе там, например, в посте, которым, как бы, мы, где мы наткнулись на всю эту историю, как бы там, например, чувака, маленького мальчика 10-летнего, который играл на пианино, концерт Моцарта, как бы, вот, его взяли, просто срезали этот видос. И это далеко не единственный случай. Оказалось, что этих случаев за последнее время появилось много, и как бы все, честно сказать, охерели, потому что, ну, копирастия имеет место быть, как бы, но такой пиздец, как бы, это, конечно, жесткотека. Слушайте, объясните мне две вещи. Первая вещь. Разве на произведения классиков не распространяется разрешение, что то, что, типа, если произведению больше 70 лет, то оно переходит в паблик домейн? Нет, оно уже давно общественное достояние, как бы. Да. Это первый вопрос. Вообще, я скажу вам еще очень интересную вещь. Дело в том, что YouTube, кстати, пошел владельцам этих всех видосов навстречу. Как бы, и они в итоге эти видосы восстановили. Как бы спустя определенное время, после того, как им направили просто там миллион гневных писем о том, что вы что, охуели? Вот. И как бы, но при этом, что интересно, что WMG, короче, они же на самом деле сохраняют свои копирайт-страйки, и как бы они вообще как бы стараются пушить эту историю. То есть не то, что это как бы произошло случайно, а они реально пушат эту историю, как бы, и говорят о том, что типа мы чуть ли не вас в суд подадим, если вы видео не уберете. Не, подождите, а вопрос второй. Но ведь это же не произведение один в один, как от автора. Это, скажем так, переложение на ту же самую музыку, которую играет совершенно другой человек. Он может играть ее совершенно по-другому. Разве не так? Ты не понимаешь. Там дело в том, что, как бы, например, если определенный кусочек, например, в классическом произведении, где играет оркестр, есть небольшой кусочек, где, например, играет только пианино, ну, там, фортепиано или там рояль, да, и который проигрывает, ну, как раз-таки вот очень похож по своему звучанию, как бы, на то, что играешь ты на своем пианино на видосе. Там же, как бы, очень обширный в целом, как бы, фильтр, который, как бы, имеет большую границу поиска. То есть, почему это сделано? Чтобы, типа, задетектить видос, например, где ты снимаешь что-то на концерте. И у тебя там совершенно искаженный звук, но, как бы, у него там есть мелодия, там, и так далее, и очень похоже на то, что... А это не может быть ложным срабатыванием алгоритма? Я думаю, что так и есть, но, как бы, чуваки в итоге уперлись. Просто-напросто, понимаешь, и сказали, что вот, типа, нет, давайте удаляйте. Но, понимаешь, я не знаю, зачем, почему, чего и как, но, как бы, когда им берут и говорят, типа, чуваки, ну, что вы делаете, зачем, я считаю, что на месте Warner можно было бы уж пойти на попятную, как бы, да, и сказать, о, пацаны, мы что-то тут вообще, как бы, мы даже не думали, что мы такое делаем. Короче, чтобы вы понимали и... скажем так, эту проблему отнесли к себе. Представьте себе, что песню «Ленинграда на лабутенах» вы исполняете пьяным, бухим голосом на видео, но при этом на вас накладывают копирайт-страйк, потому что, извини, чувак, это слишком похоже на оригинал. Спорт, бухло, спорт и бухло. Спорт, бухло, спорт и бухло, спорт, бухло, спорт и бухло, спорт, бухло, спорт и бухло. Пиво недели, пацаны. Мёрфис Айриш Стаут. Вы будете смеяться, но в момент, когда мы пишем этот подкаст, нам в Твиттер переслали фотографию и предложили этот самый вид пива, типа, как бы, вообще обратить на него внимание. Но дело в том, что мы на него и так обращаем внимание уже. Не, а самое смешное, мы такие посмотрели, такие, лол, окей.
На самом-то деле мы действительно уважаем Murphy's Irish Stout. Очень клевое пиво. Оно в основном в России в банках. Очень изредка встречается из-под крана. Но вообще оно клевое, мягкое, спокойное. Но такое, как бы, типа, если выпить 5 банок, то можно немножко в говнину уйти. Тем не менее, пьется оно очень легко. Отходит с него голова очень легко. И по вкусу оно очень такое хорошее, с плотной текстурой. И, конечно, лучше всего, как и любой Irish Stout, оно пьется, естественно, под азотом. Ох, текстура пива. Да. Дык! Дык! Собрались тут какие-то, я не знаю, хипстерские питики, которые только-только попробовали чужое пиво иностранное. Я вам как пролетарий скажу. Irish Stout хорош именно тем, что похмелье вылечивает идеально. Даже водочные, пацаны. Это наш выбор в этом подкасте. Поэтому, если увидите Murphy Stout, старайтесь взять его по скидке, потому что без скидки он стоит там типа под 300 рублей за банку. Но, как бы, в принципе, если найдете по скидке, там, например, за 150, за 200 рублей, вообще берите, не паритесь, очень крутое пиво. Что еще вам сказать? Больше сказать нечего. Просто проституция и стриптизерство – это полный разврат и блиберда. Что, а вы канал-то меня снимает, скажите мне. Пацаны, хорош гнать, блин, дураки. Все, пока. Спасибо вам. Благодарствую. Ребятки, спасибо, что дослушали это пьяные базары. Хуй пойми о чем. Спасибо вам за то, что ставите 5 райков из 5 звездочки в iTunes. Нам они очень важны. И, в принципе, они мотивируют нас работать дальше, пытаться что-то делать хорошо. Ты понимаешь, что ты сейчас звучишь как ссаный ютубер, который ставьте лайк, сабскрайб, носиком, как в летсплеер, Калина. Трогать просто носиком, да. Поебало, просто дайте, такое хочется. Короче, идите в жопу, трогайте нас носиком. Суки, не вздумайте ставить нам лайки, пидоры, нахуй. Да, и мы напоминаем вам, что у нас есть... что у нас есть как канал... У нас есть имейл, у нас есть канал в Телеграме, в котором мы периодически постим в более развернутом виде то, что иногда или попадает в Твиттер, или вообще не попадает даже в Твиттер. Плюс у нас, соответственно, есть Твиттер. И у нас есть сайт завтракаст.ком, на котором вы можете, я повторюсь, я в начале подкаста об этом говорил, о том, что если вам вдруг понравилась музыка, которая играет в этом выпуске или в прошлых выпусках, смотрите пост на Медиуме и, соответственно, на нашем же сайте завтракаст.ком. Там вы можете увидеть все те треки, которые играли в конкретном выпуске. Ладно, короче, рада, спасибо. Спасибо вам, что вы были с нами. Мы были рады для вас вообще постараться. Пожалуйста, постарайтесь для нас. Хотя, можете не стараться, нам похуй. Дим, ты должен что-нибудь сказать. Дима в говно. Пытаюсь, но честно сказать, мы говорили про... Мёрфиус, мы говорили про его недели и прочее. Про Мёрфиус. Я в такое говно нажрался 2 бутылками хамовников, вы просто себе не представляете. Какое нахуй пиво недели, пацаны? Это пиво, блядь, последнего часа просто. Мы говорим про Мёрфиус, Irish Stout, текстуру, а сами нажрались. Текстура, да. Хамовники, чувак. Да, хамовники, ёпта. И вот так четко мы заканчиваем наш подкаст. Пока-пока. Давайте, короче. Давайте. Попадайте. Just like on my head, it's clear.
fresh, fair blood.